Новый день, новые деньги. Я не могу пускать в класс, кого попало. А ну стой! Вы ведь знаете, кто я. Подождите, мой папа узнает об этом. Он будет недоволен. Ладно. Thank you. А, это всего лишь карманные деньги. Подумаешь. А, богатые дети. Какой пугающий охранник. Она меня так нервирует. Итак, начнем. Я смогу это сделать. Просто веди себя естественно. Стоять! Эмма, эта штука безопасна? Я знала, что так и будет. Нет, тебе сюда нельзя. Убирайся отсюда, ты бедная. Не обязательно так грубить. Что за... Ой, как больно. На что я упала? А, это бриллианты. Вау, это же бриллианты. Хм, заметили во мне изменения? Может быть, немного блеска? Итак, могу я войти? Пусть решает сканер. У меня хорошее предчувствие. А, богатая. Я не понимаю. Но сканер не лжет. Проходи. Правда, то есть, ну, это очевидно. Нужно подготовиться к уроку. Мне понадобятся тетради. Интересно, что мы узнаем сегодня. Надеюсь, это будет что-то интересное. Хорошо, я вовремя. Самолету пришлось остановиться для дозаправки. Может, закончим побыстрее? У меня заказан ужин. Вау, посмотрите на эту тетрадь. Я знаю, она необычная. Но подожди, ты еще не все видела. Нет, этого не может быть. Посмотри на мой телефон. Поверить не могу. Я хочу потрогать его. Ну уж нет. Круто, да? Хочется чего-то сладкого. Я наклею кекс на свою тетрадь. Выглядит потрясающе. Завидовать – это нормально. Моя тетрадь такая скучная. У меня никогда не бывает хороших вещей. А, жизнь так несправедлива. Подождите. Я знаю, что делать. Для начала я вырежу эти картинки. Я проголодалась. Хорошо, это последняя. Но работа еще предстоит. Я знал, что надо было следовать рецепту. Я иду. Не обращайте на меня внимания. Мне просто нужно кое-что найти. Ага, вот то, что мне нужно. Нет, не круассан. Мне нужен пергамент для выпечки. Легко и просто. Нельзя, чтобы он меня увидел. Идеальное преступление. Чуть дальше. Я разрезала пергамент для выпечки на квадраты. Сверху я положу картинки, затем накрою их скотчем и хорошо разглажу. Я не могу иметь никаких складок. Теперь я их вырежу. Я не буду торопиться. Мне нужно следовать конспекту. Выглядит неплохо. Теперь я могу убрать пергамент и наклеить рисунок на тетрадь. Выглядит хорошо. То же самое я сделаю и с остальными. Вау, выглядит уже лучше. Нельзя забывать и о пицце. Эй, Алекс, смотри. Что? Цвета, образы. Вау, мне нравится. Я надеялась, что ты это скажешь. Что это за помои? Привет, я возьму тарелку этого. Я для этого училась в кулинарном техникуме. Даже не знаю, что это такое. Я называю это зеленым веществом. Держи. Оно слегка склизкое. А, подождите. Не торопитесь. Отстань от моего половника. А, кому нужна тарелка? Есть. Приятного аппетита. Посмотрите на это. Бесплатная еда? Я ни за что не буду это есть. Лучше закажу. Выглядит вкусно. Комочки придают дополнительный вкус. Вкусно. И очень. Это так отвратительно. Как она может это есть? Дворецкий? А вот это уже больше похоже на правду. Спасибо, Дворецкий. Я предпочитаю роскошные вещи. И нет ничего лучше, чем свежие суши. Выглядит очень аппетитно. У меня уже слюнки текут. Подождите, что это за жужжание? Это муха, и она на моих суши. Что я буду делать? Все пропало. Меня сейчас вырвет. Подумаешь, это просто муха. Эй, Алекс, можно мне это? О, пожалуйста. Надеюсь, тебе станет лучше. Вот тебе муха. Шикарно. Очень хорошо. Я не могу поверить, что они заставляют меня сидеть на полу. Мне так трудно выполнять свою работу. А, пошел дождь из денег? Что происходит? А потом мне подарили бриллиант. Один, представляешь? Уроки начинаются. О, как раз вовремя. А, мне пора. Поговорим позже. А куда ты собрался? Стой! В чем проблема? Давай посмотрим на тебя. У меня нет на это времени. Как я и думала, ты без рубашки.
Посмотрим. Папочка, пришли вертолет. Сейчас. А, что происходит? Это нападение. Спасайтесь. О, специальная доставка для меня. Спасибо, ребята. Это как раз то, что мне нужно. Сейчас. Это должно помочь. Я заправлю воротник. Надо хорошо выглядеть. А, как и всегда. Настало время шоу. Теперь я могу зайти в класс. Подождите. Ох, намного лучше. Ты отвечаешь всем требованиям. Прошу прощения за неудобство. А, спасибо. Что мне делать? Может быть, я смогу спрятать свою футболку? Подожди. Мне нужно увидеть твою одежду. Не двигайся. Мне нравится эта игра. Прекрати. Вот и все. Та-да! Хорошая попытка. Но я просто хочу зайти в класс. Подождите, у меня есть идея. Я отрежу полоску бумаги и просто оберну ее вокруг своей шеи. Получается симпатичный воротничок. Вперед! Вау, ничего себе. Великолепный воротник. Проходи. Спасибо. Посмотри, Алекс, довольно стильно, правда? Я предпочитаю итальянский шелк. Но я устанавливаю свои правила. Не буду носить это. Я лучше выброшу. Серьезно? Мне понадобится бумага для уроков. О, совсем забыла. Видимо, мне придется использовать это. Модно и практично. Держу пари, что твоя рубашка на это не способна. О, фу, это тяжело. Так много нужно выучить. Это точно. Я ничего в этом не понимаю. Это не имеет никакого смысла. У меня везде записки. Нужно навести тут порядок. Нужно начать. Вот как ты это делаешь? Я предпочитаю использовать это. А? Что это? Смотри. Я положу бумагу сюда. Затем поверну ручку. Этот гаджет измельчает бумагу. Очень быстро и просто. Вау! Это потрясающе. Вот бы и у меня такое было. Я знаю, я тоже так могу. Я справляюсь ничуть не хуже. Это приятно. Все готово. Но на моем столе по-прежнему беспорядок. Осталась гора бумаги. Это так интересно. Ух ты, кто-то оставил газировку, и в банке еще осталось немного. Я сплю? Как здорово! О, да! Это восхитительно! Ха-ха, это так смешно! Ух ты, сколько же у меня вкусняшек! Я не могу есть их и держать в руках телефон. Я положу его вот сюда. Ну уже! Тебе нужна помощь? Все в порядке, я справлюсь. Ты уверена? Не могу на это смотреть. Я знаю, что делать. Я сделаю вмятину в банке. Попробуй. Вау, потрясающе. Идеально. Ты гений. Хочешь? Какая крутая игра. Я ее обожаю. Вот что я ищу. Упс, я уронила кисточки. Я подниму. Все в порядке. Ой. Ой. Останется шишка. Прости, спасибо. О, нет. Вода повсюду. Эту бумагу уже нельзя использовать. Почему со мной всегда так? Это так раздражает. Подожди, у меня есть идея. Я капну немного чернил на бумагу, смотри. Выглядит хорошо. Я добавлю еще несколько капель. Вау, это идеально. Похоже на два силуэта. Это напомнило мне кое-что. Что скажешь, Эсси? Тебе нравится? Вау, это прекрасно. Не могу поверить, что ты это сделал. Есть еще кое-что. Я надеялась, что ты это скажешь. Внимание, ребята. Я хочу, чтобы вы нарисовали единорога. А? Воу, посмотрите. Я так хочу нарисовать его. Это будет потрясающе. Обожаю единорогов. И это будет лучший из всех. Очень красивый. Вот, я закончила. Что скажешь? А, нормально. Мне мой рисунок больше нравится. Как ты это сделал? Это произведение искусства. Мой единорог ужасен. Мне нужно что-то сделать. О, есть идея. Я быстро сфотографирую его. Я такая умная. Осталось сделать еще одну вещь. Нужно действовать быстро. Вот что это такое? Эй, папочка. О, какой чудесный единорог. Я хочу, чтобы ты нарисовал его. Правда? Не проблема. Мне понадобится игрушечная лошадка. Я положу ее на бумагу. Затем я обведу ее. Ты знаешь, что делаешь? Ну, конечно. Смотри. Великолепный единорог. Выглядит совсем не так, как на картинке. Он ужасен, папа. Художника обидеть может каждый, но я могу это исправить. Дай мне секунду. Его нужно раскрасить.
Да-да, величественный единорог. Мы смотрим на одно и то же. Это единорог, а это просто издевательство. Мне нравится. Дай-ка подумать. Должно же быть что-то, что я могу сделать. Подожди, я понял. Да, это может сработать. Я уберу стекло с этой фотографии. Это поможет мне. Нужно выключить свет. Вперед! Я увеличу картинку лошади, то есть единорога. И приклею жвачку к боковой стенке телефона. Затем я положу его на бок и поставлю под углом стекло от фоторамки. Вроде бы все правильно. На бумаге появится картинка единорога, и я просто обведу ее. Это так легко. Мне просто нужно следить за линиями. Я не буду торопиться. Я хочу, чтобы все было идеально. Потом картинку можно раскрасить. Вау, выглядит великолепно. Эсси будет в восторге. Я раскрашу голову розовым карандашом, а затем использую фломастер. Так рисунок будет выглядеть объемнее. Готово. Я могу убрать стекло. Вау, это потрясающе. Спасибо, папа. Всегда пожалуйста. Пора вернуться на урок. Нельзя, чтобы кто-то меня видел. Фу, я добралась. Я все нарисовала. Вау, это замечательно, он выглядит точно так же, как и оригинал. О, ты настоящая художница, Эсси. Думаю, да. Ребята, нам нужно быть креативными, давайте рисовать. Я выдавлю краску на бумагу. Вау, как ярко, это новая техника рисования. Все в порядке, я знаю, что делаю. Нужно сделать парочку фото. О, да, вот и все, я выложу это в соцсети. Вау, люди уже реагируют. А? Им не понравилось? Я ожидала другой реакции. Люди бывают такими жестокими. Это нужно выбросить. А, что это было? Ух ты, посмотрите на это. Сегодня мой счастливый день. Цвета такие яркие. Узор напоминает о внутреннем смятении, но над ним нужно поработать. А я простой парень. Где оно? Нет, мне это не нужно. Что здесь? Золотой слиток? Фу, мусор. О, привет. Я приберегу их на потом. Подождите. Вот то, что я ищу. Я брызну водой на картину. Краски должны смешаться. Отлично. Я хочу, чтобы цвета сливались. Вот так. Пора вынести мусор. Что за... Так, гораздо лучше. Кто вы? Я хочу купить это для своей коллекции. Я хорошо заплачу. Договорились. С вами приятно иметь дело. Но это моя картина. Не обращайте на нее внимания. Вау, я богат. Мне нужен этот пульверизатор. Спокойно, почти пришли. Кто там? Конечно, я нарисую обезьянку. Чуть не попалась. Наконец-то я стану художницей. Мне пора. Раскрашу обезьянку фиолетовым цветом. Упс, я забыла выбросить мусор. Интересно. Я понятия не имею, что делаю, но я видел, как это делают художники. Выглядит круто. Ладно, думаю, я готов. Пришло время создать шедевр. Мне просто нужно думать, как цветок. Я цветок, я цветок. Звучит, конечно, странно. Это ужасно, ужасно. Так, все. Это великолепно. Матушка природа будет мной гордиться. Кого я обманываю? Я никогда не стану художником. Я сдаюсь. Алекс, ты здесь? Что тут произошло? Повсюду бумага. Не знаю, почему я вообще переживаю? Кто бы мог подумать, что это будет так сложно? Что случилось? Да я пытался рисовать, но это была катастрофа. Вау, ты так драматизируешь, это смешно. Что смешного? Дай сюда. Эй, это мое. Я всегда перекусываю, когда мне грустно. Вымой ноги. Отдай сельдерей. Ни за что! Так вот когда... Хватит, Алекс! Ой! Он взлетел! Посмотри, что ты наделал! Подождите! Ты думаешь о том же, о чем и я? Вперед! Сельдерей нужно разрезать пополам. Уроки карате приносят свои плоды. Теперь я возьму лист синей бумаги и нанесу на него красную краску. Мне понадобится много, вот так. Теперь я окуну сельдерей в краску. Отлично! То, что нужно! Теперь мне нужен чистый холст. Я переверну сельдерей и прижму его к бумаге. Потом мне понадобится зеленая краска. Я нарисую стебель и листья. Получился красивый цветок. Это потрясающе. Продаются уникальные работы. Не упустите свой шанс. Ух ты, ты это видишь? О, да. Дай 5. Это сложно. Я так проголодался. Хорошо, что я подготовился.
Это так вкусно! Что я буду рисовать? Ничего не могу придумать. Почему это так сложно? И почему я думаю о танцующей обезьяне? Это странно. Эй, Эсси! А? Ты должна попробовать этот сэндвич. Алекс, осторожно! Кетчуп, Алекс! Что? О, нет! Это всегда случается. Я уберу все. Вот почему я всегда беру с собой салфетки. Я просто все вытру. Мне кажется, ты делаешь только хуже. Все под контролем. Подожди, точно! Ты вдохновил меня, Алекс! Я пройдусь по бумаге ластиком. Надеюсь, это сработает. Затем я нанесу воду на бумагу кистью. Нужно покрыть весь лист. Отлично. Я не хочу пропустить ни одного места. Затем я приклею салфетки. Я возьму синие и красные. Нужно накладывать их друг на друга и дать им впитать воду. Я проделаю это на всей бумаге. Нужно чередовать цвета. Это последнее. Теперь я снова намочу бумагу. Совсем немного. Отлично. И подожду, пока она высохнет. Затем можно осторожно убрать салфетки. Это самое интересное. Цвет переносится на бумагу. Но не там, где я прошлась ластиком. Здесь бумага осталась белой. Вау, выглядит здорово. Взгляни, Алекс. Вау, так круто. У нас мысли сходятся, Эсси. Что? Правда? Хочешь сэндвич? Нет, ни за что. Ну ладно, мне больше достанется. Пора перекусить. А, и почему я вообще должна тут сидеть? Ого, я знаю, ты удивлена. Но это только начало. Я засуну палец вот сюда. Одно нажатие кнопки, и у меня красивый маникюр. Круто, правда? Ух ты, потрясающе! Ты такая модная. Да, знаю. Доделаю пока остальные ногти. Может, я тоже смогу что-то придумать? Мне понадобится полимерная глина. Я раскатаю ее, а затем скатаю в шарик. Теперь нужно придать ей форму. Мне нужен квадрат. Теперь я возьму серую глину и сделаю из нее колбаску. Думаю, так нормально. Теперь я оберну ею синюю глину. И слегка сдавлю. Пора сделать мордочку. Выглядит мило. Я смастерю еще несколько. Здесь все мои любимые персонажи. И в салон ходить не нужно. Только взгляни. Да, смотри, какой у меня маникюр. Ух ты, как ты это сделала? Моей картине не хватает красок. А, нет, мне не нравится. Ау, больно. Упс, прости. Эй, Мия, может, это поднимет тебе настроение? Я знаю, ты любишь собак. Гав, гав. Ух ты, какая прелесть. Эй, а можно я ее возьму? Пожалуйста. Что? Нет, смотреть можно, трогать нельзя. Ах, какая жалость. Мне никогда ничего не достается. Кажется, придется самой что-то придумать. Я разрежу цветную бумагу на полосы и начну их складывать. Вот так. Цвета должны меняться. Это очень успокаивает. Похоже на оригами. Почти готово. Еще пара складок. И все. Ух ты! Круто! Мне нравится. Что же, а у меня есть еще собачки. Видишь, я люблю животных. Ну ладно, я вырезала кошачью мордочку из бумаги. Теперь нужно ее разрисовать и обязательно добавить усы. О, какая прелесть! Теперь можно приклеить ее к бумаге. Получилась самодельная игрушка антистресс. Это так весело! Ого, как ты это сделала? Хсс! Хау, не подходи! У меня есть собака, и я не побоюсь ей воспользоваться. Ну давай, тебе конец. Ни за что! Получай! Итак, ребята! Что за... Это урок рисования или биологии? Упс, неловко вышло. Прекратите! Она первая начала. Неправда. Правда. Так-то лучше. Оу, смотрите! Как здорово! Спокойно! Разве мы не можем дружить? Ни за что! Что это он делает? Не отвлекайтесь! Так нечестно. Какой хороший сегодня день. О, привет, Майлз. Дворецкий, сюда. А? Может, он меня не видит? Как спать хочется. Вздремну, пожалуй. А, вот и ты. Ваш завтрак, сэр. Это самые хрустящие хлопья в мире. Уверен, вам понравится. И, конечно, свежайшее молоко. Приятного аппетита, сэр. Это что, шутка? Ты меня совсем не знаешь. Я не буду это есть. Как скажете, сэр. Что? Откуда это взялось? Ну вот, поспать не удалось. Что здесь происходит? Кажется, я знаю, как все уладить. Хотите конфет? Мармеладных мишек? Мне нравится эта идея. Дай сюда. Отличный выбор, сэр. Я добавлю их к вашим хлопьям. Отлично.
А теперь уходи. Так намного лучше. Скорее бы попробовать. Очень вкусно. Но больше я не съем. О, мой пупит. Тут что-то не так. Нет, скучно. Мне не нравится. О, вот этот уже лучше. Но все-таки не так уж и весело. Дворецкий, сюда. Прошу, сэр. Эй, выглядит неплохо. То, что нужно. Молодец. Мне нужна монетка. Попробуем. Я засуну монетку вот сюда. И когда я нажму кнопку, здесь будут конфеты. Ух ты, как круто. А что делает та бедная девочка? А, тут ничего нет. Жизнь так жестока. Как же много конфет. И они все мои. Вкусно. О, выглядит здорово. Есть идея. Я покрасила коробку в розовый цвет. Теперь нужно нарисовать на ней квадрат. Для этого мне понадобится линейка. Пора его вырезать. Теперь я закреплю в коробке бумажную втулку. Я обведу ее ручкой. Лучше придержать втулку рукой, чтобы она не скользила. Это мне еще пригодится. Круг тоже нужно будет вырезать. Вернемся к втулке. Я нарисовала на ней небольшой квадрат. Теперь я вырежу его. Отлично! Можно вставлять втулку в коробку. Нужно убедиться, что часть с вырезом расположена внутри. Теперь я переверну коробку и сделаю откидную заднюю стенку. Теперь я нарисую прямоугольник внизу. Он не должен быть большим. Его я тоже вырежу. Я сложу кусочек картона и нанесу на него клей. Потом приклею его под втулкой под наклоном. Затем мне понадобится два кусочка картона. Я приклею их по обеим сторонам втулки. Они тоже должны располагаться под наклоном. Также из картона я уже сделала небольшую коробочку. Ее нужно прикрепить под отверстием внизу. Сверху на коробку я приклею прозрачный пластик и немного ее украшу. Ух ты! Выглядит отлично! Думаю, все готово. Это как раз то, чего я хотела. Мне нравится! Если повернуть рычаг, получишь подарок. Откуда она это взяла? Хочу! Дворецкий, принеси мне это! Чего ты ждешь? Вам помочь? Ты идешь со мной. А я могу отказаться? Привет! Привет! Очаровательно. Я воздержусь. Хорошо. Так, ты красивый. Я знаю. Что это у тебя? А, это? Это мой торговый автомат. Ух ты, он крутой. А у меня есть автомат с конфетами. Если нажмешь, получишь вкусняшку. Круто, да? Ага, а в моем автомате ничего нет. Это его единственный недостаток. Да, это печально. Но все можно исправить. Дворецкий. Ух ты, игрушки. Я возьму это. Обожаю их. Я тоже. Можем положить игрушки в мой автомат. Вот так. Отличная идея. Я возьму. Продолжай. Ну все, высыпай их всех. Это последнее. Теперь можно крутить рычаг. И тогда получим игрушку. Ух ты, потрясающе! Какой крутой автомат. Сегодня замечательный день. Я знаю, как сделать его еще лучше. Что ты делаешь? Дворецкий, вызывай охрану. Ложная тревога, но будь начеку. Мне нужно установить рекорд по очкам. Почти получилось. Упс. Эй, под ноги смотри. Это ты виновата. О, какой хороший день. О нет, хулиганы. В школе драться нельзя. Прекратите, вон отсюда. И больше никаких драк. Я ничего не сделала. Ау, снова ты. Ты не испортишь мой день. О, конфеты. А, тут пусто. Какая жалость. Хотя я должна была догадаться. Это чертовски вкусно. Обожаю конфеты. А ты чего уставилась? Я только хотела попросить конфету. Эй, Мия, смотри. Что это? Ух ты. Знаю, знаю. Отлично успокаивает нервы. Ого, ты это видела? Осторожно. Какой аппетитный сэндвич. Ничто не испортит этот момент. Что? А это откуда взялось? Чуть не влип. Так, на чем я остановился? А, на их гадость. Это я виноват. Ух ты, он так тянется. Я не могу остановиться. И кажется, у меня появилась идея. Мой чехол для телефона такой скучный. Пора его преобразить. Я отрежу кончик воздушного шарика. Мне понадобится только широкая часть. Вот так. Теперь я возьму слайм. О, он такой приятный. Я сделаю его круглым. И помещу в шарик. Вот так. Теперь шарик можно завязать. Не хочу, чтобы слайм вытек. Отлично.
теперь мне понадобится горячий клей. Я нанесу его на чехол. Клей должен быть белым. Форма будет произвольной. Не жалейте клея. Отлично. Теперь я заполню форму. Это очень просто. Главное не выходить за границы и не оставлять пробелы. Пока клей не застыл, я прикреплю к нему шарик. И получился забавный чехол для телефона. Как приятно! Ого, ты сама это сделала? Иди сюда. О, наконец-то! Я ждала этого предложения. Хочешь конфет или чипсов? Я возьму чипсы. Отлично! Ух ты, это потрясающе! Да-да, чипсы очень вкусные. Обожаю их. Это мои любимые. Я могла бы есть их каждый день. Что ты делаешь? Хочу надавить посильнее. Нет, не делай этого. О нет, я совершил ужасную ошибку. Что? Что это? О, какая гадость. Простите, это был Майлз. Хотите чипсов? Почему бы и нет? Я люблю чипсы. Может, вы не такие уж и гадкие дети. Это вам. А, когда папа сказал, что купит мне машину, я думала, она будет побольше. Но это весело. Врум-врум. Отличный сегодня день. О, это место мне нравится. Можно сесть и наслаждаться красотами природы. А, хорошо отдохнуть после напряженного дня. О, круто. Пиу-пиу. Ого, какая машина. Эй, вернись. О, смотрите, пирамида из стаканчиков. Не хотелось бы, чтобы кто-то ее разрушил. Вызов принят. Ю-ху! Круто! Ау, голова! Ненавижу мусорить. Стоп! Кажется, это можно использовать. За работу! Пора немного проявить фантазию. Обожаю это. Я нарисую на стаканчике глаза. Первый готов. Теперь второй. Затем я нарисую нос. Выглядит очень мило. Теперь пора нарисовать рот. Какой счастливый получился стаканчик. Ему не хватает розовых щечек. И усов. Теперь стаканчик можно отложить. Из бумаги я уже вырезал заячьи уши. Я приклею их к стаканчику. Но это еще не все. Я нанесу клей на крышечку от бутылки. И приклею к ней вторую крышечку. Теперь мне понадобится резинка. Я надену ее на крышечки. Вот так. Я закреплю ее скотчем. Не хочу, чтобы резинка сползла. Выглядит надежно. Я сделаю пару надрезов внизу стаканчика. С обеих сторон. Надрезы должны быть небольшими. Теперь можно завернуть бумагу. Я возьму крышечки и надену резинку на завернутую бумагу. Нужно убедиться, что крышки находятся внутри стаканчика. Теперь можно их завернуть. Отлично. Все готово. Я сделал второй стаканчик зайчик. Ух ты, какая прелесть. Стоп! Это что, зайцы? О, они такие чудесные! Машина уже не в моде! О, привет! Как дела? Можно посмотреть? Вау! Это обычный стаканчик. Ему не помешает немного лоска. Я знаю, что делать. Что? Это золотая пыль? Мой зайчик теперь кажется скучным. Как ты это сделала? Неважно. Давай устроим гонки. Готов? Начали! Давай, зайчик, давай! Смотри, я выигрываю! Нет, ни за что! Секунду, остановись! Это лучший день в моей жизни! Поверить не могу! У меня есть машина! Она просто прекрасна! Я никогда не был так счастлив! Нужно вести себя естественно и бежать! Заморозьте воду на дне емкости. Достаньте получившийся кусок льда. Теперь возьмите краски. Немного порисуем. Нанесите краску прямо на кусок льда. Используйте краски разных цветов. С таянием льда краска будет перетекать и закручиваться. И цвета начнут смешиваться. Продолжайте добавлять разные слои краски. Это здорово расслабляет. Такой классный эффект получается. И конечный результат крутой, правда?
Так, наверное, стоит начать классную работу. А? Что не так с моей ручкой? Чернила кончились, как обычно. Ничего. София! Эй! Все в порядке, Луна? У меня ручка не пишет. Можно одолжить твою? Без проблем. Уверена, у меня есть запасная. Она должна быть где-то здесь. Это не ручка. Момент. А? Кто бы мог подумать? Как много всего. Надо быть организованнее. Стойте! У меня есть идея! Я знаю, как хранить вещи в чистоте и порядке. Сначала натяну эту резинку на свою папку. Мне понадобится еще несколько. Теперь я могу хранить здесь все свои вещи, а внутри есть еще место. Больше ничего не потеряется. Выглядит неплохо, да? А вот и ручка. А? Что? А, точно, спасибо. Просто супер! Мне такой сон снился. Какой скучный тест. А мне нравится. Ты такая ботанка. Может, мне повеселиться? Эй, ведешь себя как ребенок. Мне нравится этот вопрос. О, надо отсюда выбираться. О, минутку. Эй, ну что еще? Смотри, потрой ручку о свой рукав. Теперь покручу немного. Признайся, ты удивлена. Ого, да ты волшебница. Да, я попробую. Кажется, что-то не так. Волшебники никогда не раскрывают своих секретов. Может, нужно больше трения? Итак, у меня не получается. О, придумала. Надо использовать мозг, чтобы разобраться. А, я совсем забыла о гравитации. А вращение Земли означает... Поняла. Попробуем еще раз. Никакой магии. Ну и ладно. Оу, класс, никаких разговоров. Простите. Попалась, упс. Я слежу за тобой, София. Я выполняю работу, видите? Это последнее предупреждение. Стойте, у меня точно была ручка. Кажется, тест провален. Ох, наконец-то дома. Что за день? Погода просто ужасная. Надо бы закрыть зонтик. Вау! Что случилось со светом? А, у меня хотя бы есть фонарик. Может, я найду проблему? О-оу. Это плохо. Нельзя снова этого допустить. Но что же мне делать? Может, бутылка газировки мне поможет? Пора за работу. Для этого лайфхака вам понадобится бутылка от газировки. Итак, начнем. Уберите верхушку и дно бутылки. Сделайте то же самое со второй бутылкой. Вставьте одну бутылку в другую. Затем вставьте в них бутылку поменьше. Идеально для дождливого дня. Оу, привет, София. Привет. Как тебе погодка? Такая сырость. Нет, стой. А? Что не так? Тебе нужно это. Просунь зонтик через бутылки. Так вода не будет капать на пол, она стечет в нижнюю часть бутылки. Вот так. Ого! А это удобно. Осторожно! О, прости. Придется снова доставать фонарик. Войдите. Привет. Вы хотели меня видеть? Присядьте, пожалуйста. У нас проблема. Посмотрите на классную работу Софии. Это позор. Божечки! Ну, мне быстро становится скучно. Это должно прекратиться. Стойте, мне звонят. Алло? София, я так разочарована. Я сейчас вернусь. Наконец-то он ушел. Поиграем? Что? Бери карандаш и давай поиграем. Серьезно? Вот карандаш. Что ж, так ничего не получится. Дай подумать. Тут должно быть что-то, что мы могли бы использовать. Приклею полоску скотча на блокнот. И еще одну рядом. Затем еще две горизонтальные. Теперь мне нужны скрепки. И вот эти зажимы. Так, я начну. Давай, твоя очередь. О, это прикольно. Положу свою скрепку вот сюда. Хорошая попытка. Отличный блок. Обстановка накаляется. Не в этот раз. Вот так. Да,
я победила! Веди себя спокойно, он ничего не заподозрит. Что происходит? Это все она. Мне нужен отпуск. Ну же, почему так долго? Я люблю тебя, мистер Единорог. Мы это сделали! Дом наш! Начнем паковать вещи. Держи, милая. О, от этого я избавлюсь. Так, я начну здесь. Ого, как у нас много вещей. Собирай свои игрушки, солнышко. Залезайте, пора спать. И вам тоже. Сейчас заклею скотчем, и одна коробка готова. Я закончила, мамочка. Дашь мне скотч? Держи. Где же кончик? О, какой липучий! София, ты в порядке? О, нет! Мамочка, я запуталась! Помоги! Не двигайся! Вот так! Может быть, больно! Оп! Спасибо, мам! Так, вернемся к сбору вещей. Минуточку. А это может пригодиться. Благодаря этому лайфхаку пользоваться скотчем будет куда проще. Просуньте кабельную стяжку через катушку и затяните. Отрежьте лишнюю часть хомутика. Это должно помочь. Держи, мамочка. Приклею скотч на коробку, а затем обрежу его с помощью хомутика. Попробуй сама, милая. Ого, какая ответственность. Мамочка, у меня получается. Как здорово. Ты отличная помощница. Что это за шум? О, у меня проблема. Не поможете? Идеальная маскировка. Цель обнаружена. Почему? Я так старалась. Это нечестно. Эй, этот цветок со мной говорит. Сюда. Я? Иди сюда. О, ладно. Садись. О, прости, этот цветок меня атакует. В чем проблема? Я завалила тест. Но я могу тебе помочь. Смотри. Ого, 5! Это не бесплатно. Конечно, ого. Спасибо, странная незнакомка, но как ты это сделала? Ну, наверное, мне не стоит тебе говорить, но чтобы написать любой тест на отлично, вам понадобится толстый карандаш. Обрежьте ластик скальпелем так, чтобы получилась нужная отметка. 5, конечно. Обмакните ластик в красную краску и сделайте отпечаток на тесте. Видишь? Это просто. Ого, надо это запомнить. Спасибо. Оу, это мои друзья. Девчонки, смотрите. Вы можете получить 5. С дороги. Бизнес процветает. Присаживайтесь. Вот так. Это того стоит. Спасибо. Давайте деньги. Эй! Вау! Это не бесплатно. Спасибо. Что может сделать обычные вещи круче? Если им добавить красок, конечно. А с правильными красками под рукой можно создавать настоящие шедевры. Кто знает, может, вы создадите следующую Мону Лизу. Или хотя бы супер-классный чехол для ноутбука. Готовы примерить роль художника? Эй, что это? Как это вообще сюда попало? Смотри! Какой красивый олень! Дженнифер, ты только посмотри! Это что-то, верно? Он еще стоит? Тогда за работу, а? Надо начать с правильных линий. Какие причудливые углы. О, бесполезно. Мне нужно что-то посерьезнее. Бинго! Теперь я смогу идеально все измерить. Сейчас вернусь. Куда это ты? А, ну и ладно. Пора подобраться чуточку ближе. Ага, очень хорошо. Интересно. Теперь я знаю, что делать. Вернемся к планшету для рисования. Нужно всегда начинать с черной краски. О, уже закончилось? О, это возмутительно. О, Дженнифер, ты испортила мою картину. Это последнее, что меня сейчас волнует.
Только посмотри, что ты наделала. А, кажется, придется начать сначала. Или использовать эту технику в свою пользу. Думаете, так слишком темно? Это ненадолго. Промокните рисунок губкой с краской. Теперь поднимем этот слой и поработаем над пространством выше. Два цвета всегда лучше одного. Круто, правда? Время тяжелой артиллерии. Смахните краску вверх с помощью кисти. Получится классный эффект, видите? Почти готово! По деревьям тоже пройдитесь кистью. Даже зубная щетка способна на волшебство. Достаточно провести по щетине пару раз. Круто! Теперь отклеим верхний слой. У нас получился ночной лесной пейзаж. Разве это не волшебно? Зацени мой. О, как ты это сделала? Что ж, в этом раунде победитель очевиден. Молодец, Венди. Надо поработать над техникой работы с кистью. Более резкие мазки. Вот так. Ладно. Окей. Какой прекрасный вечер. Эй, смотри, настоящие художники. Привет. Разве это не самая милая пара на свете? Если тебе нравится вся эта слащавость. Я так люблю тебя, дорогая. Я чувствую прилив вдохновения. Хочу перенести эту любовь на бумагу. Ага, вот так. Какие же они скучные. Я предпочитаю слушать свое сердце. Одна капля краски за другой. Так у меня смешаются все цвета. А еще рисовать эти линии очень весело. А вот и цвет. Вот так. Я уже почти закончила с точками. Теперь сожмем алюминиевую фольгу и промокнем ей свежую краску. Это придаст рисунку текстуру. Понимаете, о чем я? Затем пройдемся кистью, чтобы сгладить края. И какой пейзаж без красивого дерева? Старайтесь сделать легкие мазки. Снова промокаем. Вот так. Разве не здорово? Но и это еще не все. Смешение цветов придаст больше легкости. Небольшая доработка не помешает. Видите, это наши влюбленные. Просто основной акцент не на них. Здорово! Добавим дождь, ведь так еще романтичнее. Та-да! Достаточно романтично. У меня так точно. А у тебя? Могло быть и лучше. Тебе нравится? Вау! Это заслуживает места в музее. Правда? Тогда, кажется, я победила. Молодец, Джен. Идите сюда, пожалуйста. Можете забрать картину. Это мой дорогой. Чао. А, что дальше? Все мои принадлежности готовы. Ага, как скажешь. Да. А? Кто это? О-о-о, круто. Приступим. Я вдруг так вдохновилась. Смайлики. Это значит, можно повеселиться с формами и нарисовать некрасивый круг. Ага. Мне не помешает дополнительная помощь. Что может быть лучше банки свежей краски? Эй, что за дела? Тебе совсем все равно, да? Вау, поверить не могу. Пш. Ха. Это интересно. Минуточку. Я сделаю все по-новому. Давай в шприц, желтая краска. Отлично. Вот тут-то и начинается веселье. Заполняем. Вы только посмотрите. Догадаетесь, что я делаю? Смайлик, забыли? Это что-то новенькое. Эй, Венди. Ау, я думала, ты никогда не спросишь. Не думаю, что тебе меня победить. Знаю, это круто. А, и почему я до этого не додумалась? А,
они сделали целый плод из цветов. Обалдеть, правда? Ага. Привет, дамы. А? О, ну привет. Мы тут о цветах говорили. Разве я не прекрасен? О, прекрати. Ну ладно, мы тебя нарисуем. Но чем? У меня нет кисточек. Венди не будет против, если я возьму одну. Верно? Какая хорошая кисть. Отлично, теперь линия потолще. Эй, это моя кисточка, Дженнифер. Она не твоя. Нет! Смотри, что я из-за тебя сделала. Может, я могу использовать что-то еще? Да, совершенно иное. Сначала окунаем дно бутылки в краску. И теперь рисуем ей цветочки. Это весьма просто, что скажете? И еще парочку. Идеальная округлость. А потом попробуйте другие цвета. Получается очень симпатично. Видите? Неплохо. Не думаю, что могу это исправить. А у меня вот очень даже хорошо получилось. Нечестно! Ну ты сделала все, что могла. Это мне? Как это мило с твоей стороны, Дженнифер. Обнимемся. Давай потом. Эй, что там происходит? Ого! Попробуем? Раз, два, три! Вау! И что я должна с этим делать? О, я просто куплю все необходимое. А? Что это такое? Уж точно не принадлежности для рисования. Что в этих пакетиках? Минуточку, я поняла! Обрежем уголки пакетиков. Получатся своеобразные носики. И еще один. Начинаем разлив краски. О, да! Вы только посмотрите! А теперь позволим гравитации сделать свою работу. Это очень забавно, правда? Немного белой краски создаст интересный эффект. Шляп-шляп! Это супер круто! Вы только посмотрите! Готово! Тебе нравится? Это очень необычно, правда? Несомненно, но смотри сюда! Как у тебя получилась такая текстура? Я снова победила! Мой инструмент готов! О, я не сделал ни одного мазка! Ну ладно, у меня есть еще одна кисточка. Нет! О, зачем я только это сделал? Что? Моя кисточка сломалась. Ах, как жаль! Эй, минутку! Видите спагетти? Нужно зафиксировать их с помощью резинки. Вот так. Теперь нужно опустить спагетти в кипящую воду. Отлично! То, что нужно. Вот, используй это, Алекс. Разве это не спагетти? Этим нужно рисовать, глупый. Окуни спагетти в краску и вперед. Готов? За работу! Это работает потрясающе! Челлендж! Я в восторге! Да, юху! Юху! Но нам нужны инструменты. Вот. Эй, смотри. Да, хочешь нарисовать это? Это мой любимый цвет, папа. Хорошо. Есть. Это то, что ты хотел? Тогда приступим. Время. Мне нужно начинать. Сынок, выбери себе что-то. Это мое. А мне достанется только это. Придумал. Мне понадобится вода. Сейчас будет интересно. Я окуну маркер в воду.
а затем верну распылитель на место. Вот так. Да, это то, что мне нужно. Папа! Попался! Смотри! Можно использовать и другие цвета. И вуаля! Попробуй нарисовать картину лучше. Посмотри на этот шедевр. Ого! Твой рисунок намного лучше. Это несправедливо. Не плачь, тебе повезет в следующий раз. Эй, похоже, я выиграл. О! Подождите. У меня есть деньги. Ага, о да. Что? Да, я хочу это. Пожалуйста, я хочу купить твой рисунок. Ну ладно, вот, пожалуйста. Я победил, папа! Иду! Ничего, я это переживу. Что же дальше? Мне так скучно. Тогда мы можем смотреть телевизор. Не, нет, нет. Посмотрим. Не знаю. О, это интересно. Смотри. Мне нравится. Приступаем к творчеству. Да, хочу использовать больше красок. Посмотрим. Несколько линий здесь и немного травы. О нет, вода! Она повсюду! Нет, только не на мой цветок! О нет! Сынок, твоя картина! Ого, не могу поверить! Нечестно! Я больше никогда не хочу рисовать! Это разбивает мне сердце. Но, может быть, все не так плохо. Я знаю, что делать. Это нас спасет. Салфетка впитает воду. Затем можно продолжать. Это позволит создать текстуру. Даже если это выглядит как каракули, нужно нарисовать как можно больше лепестков. Можно добавить и заостренные края. Наберитесь терпения, это того стоит. Да, мы почти у цели. Знаете что? Можно обвести еще разок. Рука устала? Спокойно, мы уже почти закончили. Только не забудьте про стебель. И нужно добавить несколько линий на траве. Волшебство кроется в деталях. Можно добавить еще что-нибудь забавное. Фу! Эй, смотри, Алекс! А? Что? Я перерисовал твой цветок. Нравится? Да! Дай мне посмотреть! О, это меня так радует! Спасибо! А что у тебя? О! Я забыла о своем рисунке. Не могу ничего придумать. Очень жаль. А как насчет этого? Да, мы нарисовали этот рисунок вместе. Работа в команде – это прекрасно. Да! Папа, она прекрасна. Только посмотри. Я люблю ее, ясно? Я хочу ее нарисовать. Вау, да! Но я не умею рисовать людей. Думаю, я смогу тебе помочь. Что? Просто рисуй то, что видишь. Понятно, я могу это сделать. Я готов. Я тоже, сынок. Если бы я только знал, что рисовать. Думаю, что сердечки – это надежный вариант. В конце концов, они означают любовь. Хорошо, что рисует Алекс? Сердечки получаются замечательные. Я никогда раньше их не рисовал. Кого я обманываю? Сердца трудно рисовать. У меня все получилось. А у меня нет. Не будь так строг к себе. Помоги мне, пожалуйста. О, просто возьми мой рисунок. Нет, я хочу нарисовать свой собственный. О, я понимаю. Дай-ка подумать. Может, нам помогут формочки для печенья? Я понял. Я возьму небольшую картофелину и вдавлю в нее формочку. И все.
Эй, Алекс, смотри! Пш, да ладно, папа, картошка! Оу, ты не понял, это что-то вроде печати, видишь? Что? Ну ладно, выбираю красный цвет. И теперь я просто ставлю штамп? Точно! Ладно, была не была. Это работает! Папа, ты гений! Нет, это ты у нас настоящий художник. Это прекрасно! До встречи! Я дарю тебе это от всего сердца! Правда? О, мне нравится! Поверить не могу! Я получила двойку! Я же так готовилась! Что мне делать? Подождите секунду! Я знаю, что сделает меня счастливее! Пора отомстить! И мне это понравится! Я и пойду, тусы! О, и рога дьявола! О, ну и денек! Что ты делаешь? Выглядит неплохо! Отойди! Она выглядит гораздо лучше! Что они делают? Что? Это я! Я покажу этим хулиганкам! Эй, как дела? У вас большие неприятности! Что происходит? Вау, я знала, что она ведьма! Это лучше, чем уроки! О, кто-то звонит! Эй! Пс! Эй! Пс! Что ты делаешь? Ого, вау, спасибо большое. Обожаю свежие цветы. О, здесь записка. Ах, она от моего парня. Он такой романтик. Я люблю тебя. Ты издеваешься? В эту игру могут играть двое. Я ей покажу. Подождите. Что? О, это ужасно. Почему это должно было случиться со мной? О, оставьте меня в покое. Подождите. Посмотрите на это. У меня появилась идея. Это будет замечательно. Я сделаю набросок на холсте. Пока это не выглядит впечатляюще. Но поверьте, это будет шедевром. Вы очень удивитесь. Я не буду спешить. Я хочу, чтобы все выглядело потрясающе. Я нарисую цветы, но не стану раскрашивать их фломастерами. Я буду использовать глазурь. Я нанесу ее на контуры рисунка. Хорошо, что у меня руки не дрожат. У меня явный талант. Такой рисунок даже есть жалко. У меня слюнки текут, но нужно сопротивляться. Я почти закончила с контурами. Пока все идет хорошо. Теперь мне нужна кисть для рисования. Я легонько проведу ей по глазури. Я хочу заполнить пустые пространства. Но контуры должны остаться объемными. Мне нужно работать быстро. Я не хочу, чтобы глазурь затвердела. Получится крутой эффект. Я закончила. Вау, смотри скорее. Это ты сделала? У тебя есть свои цветы. О, краски! Это как раз то, что мне нужно. Я знаю, что делать. Вот так. Я прижму кисть к холсту и покручу ее. Я хочу сделать цветные круги. Получится так ярко. Теперь я нарисую стебли. Я добавлю листья. Теперь нужно поменять цвета. Этот зеленый такой яркий. Я закрашу круги. В этом есть что-то расслабляющее и выглядит впечатляюще. Посмотри. Вау, это так круто! Эй, у меня есть идея. Мне нравится. А, что это? Дайте посмотреть. Вау, что за техника? И минимализм. Мне нравятся обе картины. Вау! Мне нравится. О, в животе урчит. Нужно перекусить. К счастью, я все предусмотрела. Сделаю бутерброд. Ты серьезно? Эй, я пытаюсь работать. Обратите внимание, ребята, вот следующее задание. Прекрасная радуга. О, звучит весело. И я могу доделать бутерброд. Посмотрите на эти цвета. Что я сказала? Делай бутерброды в другом месте. Сыр, подождите. У меня появилась идея. Пора приступать. Я высыплю сыр в миску и оставлю немного на потом. Теперь я добавлю пищевой краситель и все перемешаю. Я хочу, чтобы цвет сыра изменился. Ого, голубой сыр. Я возьму пригоршню и посыплю им хлеб.
Я добавила разные красители к сыру. Ого, посмотрите на это! Я добавлю еще один ломтик хлеба и кошку из фольги сверху. Я налью молоко в миски и добавлю пищевой краситель. Это будет моя краска. Я все смешаю. Думаю, готово. Я смажу хлеб молоком. Я хочу, чтобы все сочеталось с сыром. Затем можно снять фольгу. Вау, получилось лучше, чем я представляла. И это все мое. Серьезно? Скорее бы попробовать. Дайте, дайте. Осторожно, капает. Эй, ты это видишь? Упс, прости. Не беспокойся, это вдохновило меня. Сначала я раскрашу лист бумаги. Я буду использовать все цвета радуги. Теперь мне понадобится карандаш. Я нарисую единорога, но не волнуйтесь, это еще не все. Это будет самый волшебный единорог в мире. Для следующей части мне понадобится черный фломастер. Я хочу раскрасить единорога. Я создам силуэт. Он будет выглядеть просто потрясающе на фоне радуги. Ого, посмотри, замечательно. Я так этим горжусь. Время вышло. Я ни о чем не жалею. Я хотя бы свой рисунок не съела. Молодец, Жасмин. Я так разочарована. Значит, я выиграла. А, зато мне было вкусно. Какая сложная контрольная. Но у меня есть телефон. Подождите, секунду. Я чувствую запах шпаргалки. Ага, Алекс. Эмма, это не то, о чем вы подумали. У тебя большие проблемы. Ты знаешь правила. Я звонил маме. Что мне делать? Подождите, я понял. Дай сюда. А о чем вы? Твой телефон. Подождите, его здесь нет. Вам, наверное, показалось. Я слежу за тобой, пристально слежу. Фу, чуть не попался. Но я ее обманул. Это просто фотография на телефоне. Я гений. Это было так смешно. Эй, обратите внимание. Математика, это вам не шутки. Это точно. Сани, смотри. Вау, это так круто. Врум-врум. Круто. Бип-бип. Ты классно водишь. У меня даже прав нет. Что здесь происходит? Дайте сюда. Никаких игр на уроках. Упс, извините. Больше никаких шалостей. Я серьезно. О, а мне так понравилось. Лови, Сани. Вот. Отличный бросок. Продолжай. Але-оп. Перехват. Что я сказал? Не подавай виду. Он ничего не подозревает. Снова ничья. Это уже 20-я подряд. Ножницы победили бумагу. Никогда меня не подводят. Мой самолет готов. Вау, он взлетел. Осторожно. Я пытался предупредить тебя. Что-то мне нехорошо. Извини, это вышло случайно. Подожди, у меня есть идея. Мне понадобится лист бумаги. Я вырежу нолики и крестики. Это пока можно отложить. Теперь я возьму свою тетрадь и прикреплю к ней сетку. Получается доска для игры в крестики-нолики. Это поможет скоротать время. Давай. Я пойду первой. Я в этом деле профи. Не будь слишком самоуверенным. О, что там происходит? Очень интересный урок. Спасибо, я стараюсь изо всех сил. Отлично. Немного тушевки. Я создаю шедевр. Ой, карандаш сломался. Почему это всегда происходит со мной? Это так раздражает. К счастью, я всегда наготове. Я ношу с собой точилку. Вот она. Тут много стружки. Нужно ее высыпать. Эй, осторожнее. Это что, шутка? Наверное, я сильнее, чем думаю. Ну конечно, как скажешь. Но это не решает мою проблему с карандашом. Что мне теперь делать? А, хорошо. А, Алекс, что ты делаешь? Я точу карандаш. Разве это не очевидно? Нет, не совсем. Не помогло. Стоп! Что не так? Он того заслуживает. Положи биту. Отлично, возможно, ты права. У меня есть запасной план. Нет. Что я должен делать? А, я помогу тебе. Можешь взять вот это? Это решит все мои проблемы. Я покажу тебе карандаш. Он будет красивым и острым. Так намного проще. Спасибо, Саня.
Алекс, тебе нужно успокоиться. О чем ты? Думаю, этого достаточно. Повсюду валяется стружка от карандаша. Он потерял контроль. Еще, я хочу еще. Ты слышишь меня? Кажется, у него проблемы. Это уже слишком. Подождите, может быть, я смогу использовать эту бутылку? Да, я знаю, что делать. Я сниму крышку и сделаю в ней отверстие. Идеальный размер. Далее мне понадобится клеевой пистолет. Я нанесу клей вокруг отверстия, затем прикреплю к нему точилку и подожду, пока клей застынет. Затем я снова надену на бутылку крышку. Это как раз то, что ему нужно. Алекс, остановись. Вот, попробуй. Пустая бутылка. Подождите, там внутри точилка. Я попробую. Пожелай мне удачи. Вся стружка собирается в бутылке. Спасибо, Санни, ты лучше. Дай 5. О, нужно все высыпать. Что за? Да, так намного лучше. Как много конфискованных продуктов. Но правило есть правило. Ничто не пройдет мимо меня. Ой, у меня в животе урчит. Может быть, я быстро перекушу? Никто ни о чем не узнает. Шоколад. Как вкусно. Ой, я чуть не уронила конфеты. О-оу, это нехорошо. Пора идти на урок. И мне лучше выглядеть устрашающе. Стоять. Ты же знаешь, что в классе запрещено есть. Никаких конфет и чипсов. Это шоколад у вас на лице? О чем ты? Но есть все равно не разрешается. Это несправедливо. Ничего себе. Подождите, мои вкусняшки. Этот день становится только хуже. Я так хотела их съесть. Нужно все собрать. Посмотрите на этот беспорядок. Мармеладные мишки всюду разбросаны. Минутку. Посмотрите на это. Солнце их расплавило. Ничего себе. Эй, у меня появилась идея. Я сниму ластик с карандаша, затем я вставлю соломинку. Вот так. И отрежу лишнее. Это выглядит примерно так. Теперь я возьму зажженную свечу. Я растоплю над пламенем мармеладного мишку. Как вкусно пахнет. Я хочу, чтобы он превратился в жидкость. Затем я вылью жидкость в соломинку. Вот так, осторожно. И подожду, пока мармелад застынет. Секретные мармеладки. О, да. Это снова ты. У меня нет еды. Ого. Какие вкусные чипсы. Фух, получилось. Думаю, я заслужила угощение. Это так вкусно. Это как раз то, что мне нужно. Класс. Считаете себя творческим человеком? Тогда вы знаете, что делать, чтобы зарядиться творческой энергией. Каким бы ни был ваш творческий ритуал, существуют лайфхаки, известные только самым гениальным художникам. И сегодня мы откроем вам пару невероятных секретов. Добавив их к своему художественному таланту, вы обретете силу, с которой другим придется считаться. Только не забудьте упомянуть нас, когда ваш первый шедевр попадет на какую-нибудь выставку. Просто потрясающе! Ну что, будем творить? Кто этот парень? Зацени его прикид! Откуда он вообще взялся? Надо поздороваться! Эй, отбей! Голые руки? Оу, нет тату, нет дружбы. Я пожалуюсь на вас учителю. Нет тату? Как это глупо. Простите. Ты не видишь, я здесь работаю. Первый шаг сделан. Что там дальше? Мамочка, в школе я никому не нравлюсь. What? Сколько стоят татуировки? Нет, даже не думай об этом. Но, может, что-то менее перманентное. Тебе нравятся звезды, верно? И это совсем не больно. Окунаем воду, сделаем много разных узоров. Пора окунуть еще разок. Можно сделать кучу таких. Видишь, как они плавают? О, погоди. Алло? Что ты
ты делаешь? Вау! Освежающе! Это что, я? Теперь давай руки! Хочу паука! Нет, мам, я не хочу обратно! Ну вот! Поверить не могу! О, привет, ребята! Смотрите, у меня тоже тату, видите? Что? Эй! Малой один из нас, смотри! Ого! Чувак, это просто чума! Кто тебе их сделал? Мамочка! Эй! У тебя самая крутая мама на свете! Простите, а ну вернитесь! А, пока! Не бросай меня, мам! Я ухожу всего на час, милая! Давай, вставай с пола! Скоро увидимся, хорошо? Поиграй со своей сестрой. Это обязательно. О, посмотрите на это лицо. Не волнуйся, мы можем поиграть. В машинке? Да! Что ж, можно и в машинке. Я хочу белую. Садись на пол, вот так. Интересно, скоро она вернется? Ну, очень увлекательно. И почему мальчики так любят машинки? Эй! Я знаю, как сделать игру веселее. Можно порисовать на столе. Ты с ума сошла? Очень плохо. Хорошо, что у меня есть салфетки. Ну вот. Кажется, оттер. Чем теперь займемся? Всем ведь нравится футбол. Ну же, будет весело. Эй, смотри! Лови! Пропустила. Но это и правда весело. Эй, смотри, как я умею. Круто, да? Нет! Габи! Что? Нельзя рисовать на мебели. Я же тебе говорил. Прости. Но я знаю, где можно порисовать. Тут целая стена. Нарисую большой шедевр. Приступим! У меня уже рука устала. Габи, где ты? Нет! О, боже! Дети, я вернулась. Что здесь? Ты дома? Смотри, что я для тебя нарисовала. Я больше никогда тебя с ней не оставлю. Никогда! Стоп! Я верну ситуацию под контроль. Положи мелок на место! Габи, не делай этого! Положи мелки! Что? Я больше этого не вынесу! Это был мой любимый мелок! Стой, прости, только не плачь! Хотите повеселиться с мелками? Снимите стружку с помощью лезвия. Используйте разные цвета. Затем надавите пальцем и размажьте. Можно даже рисовать поверх. Это мистер Радуга. Не забудем ножки. Готово. Разве он не классный? Мне нравится. Можно я тоже попробую? Дети, я дома. Повеселились, пока меня не было. Еще. О, обожаю, когда они вместе играют. Может, если добавить вот здесь или немного затенить? Поверить не могу, что я опоздала. Габи! А? Привет! Простите, можно? Хорошо. Спасибо. Что я пропустила? Внимание. Итак, класс. Приступаем. Вас понял. Да. Думаю, я тоже так могу, только не красками. Буду работать с этим. Вызов принят. Надеюсь, я принес достаточно принадлежностей. Ачи! Простите. Минутку. Смотрите, это ластик. Но зачем он мне? Смотрите, сколько у него всего. Миллион кисточек. А у меня ни одной. Дайте-ка подумать.
со мной не поделишься? Тебе нужны мои вещи? Ага. Хочешь краску? Это вряд ли. Какой эгоист. Кажется, я сама по себе. Но у меня есть гениальная идея. Не обращайте на меня внимания. Учитель не смотрит, верно? Отлично. Я возьму это. Что тут еще есть? Ничего. Бинго! Краски, ребята. Пора возвращаться за парту. Он уже почти все доделал. Пожалуй, начнем с красного. Нет кисточек? Тогда пальцами. С помощью пальцев можно создавать классные текстуры. Уже похоже на попугая? Толстые мазки напоминают перья. Получается, видите? Выглядит так реалистично. Кисточки на стол, класс. Джастин, ты готов? Знаю, у меня отлично получилось. Ну, неплохо, Джастин. Посмотрим на твой рисунок, Габи. Я решила симпровизировать. Никаких кисточек. О, глазам не верю. Это невероятно. Браво, Габи. Правда? Спасибо. Мэдисон, смотри. Надеюсь, ты любишь леденцы на палочке. Но где же тут настоящий? О, вот он. Мило, не правда ли? Вау, невероятно! Вы готовы начать урок? Сегодня нас ждет много интересного. Мне уже не терпится. Итак, вот первое слово. Запишите его, пожалуйста. Ну уже, давайте. Выглядит просто. Вот так, внимательнее. У меня готово. Ну, что вы думаете? Что? Что это такое? Попробуем еще раз. Начнем с буквы R. Да, у меня получится. Умница, так держать. Как вам это? Ох, кажется, профессия учителя не для меня. Минуту, эта вешалка подала мне идею. Это все изменит. Нарисуем букву R и закрасим. Вот так. Теперь нарисуем красивый цветок и вот такое лицо. А затем туловище. Выглядит неплохо, но нужно добавить красок. Уроки рисования гораздо круче грамматики. Нужно почаще этим заниматься. Теперь нарисуем капельки дождя. Как думаешь, ты сможешь нарисовать так же? Вау, да! Я попробую. Так гораздо легче. Ого! Невероятно! Вы это видите? Отлично! Я знал, что у тебя получится. А вот это тебе. Это все, что ты можешь. А? Постой! Ну теперь держись, Джаред. Итак, начнем урок. Прекратите это немедленно. Ой. Вы готовы слушать? Сегодня вам нужно будет нарисовать картинку. О, прикольно. Скукота. Что Мэдисон делает? У меня нет никаких задумок. И вообще в искусстве нет никакого смысла. Ладно, думаю, нужно хоть что-то сделать. Тут такой большой выбор красок. Фу, как это раздражает. Постой, ты уже закончила? О, ну же, думай. Ну, конечно, мне пригодится цепочка. Я нанес на бумагу белую краску. Кладу на нее несколько цепочек в разных местах под разными углами. А теперь налью краску разных цветов. Вот так, чтобы по краям были разные оттенки. Протаскиваю цепочки через колечко. Цепочки движутся и смешивают краски, создавая неповторимые узоры. Очень впечатляет, верно? Можно начинать аплодировать. О чем это ты? О, да чего круто! Но мой единорог лучше! Вы ведь видите, да? Джаред, твой выбор красок, эмоций! Я знал, что в тебе таится гениальный художник! У тебя тоже неплохо, Мэдисон. Вот ваши оценки. Думаю, это честно. Браво, Джаред, браво! Но ведь это у меня талант!
Теперь уже нет. Круто! Спасибо за оценку. Почему так долго? Ну же, быстрее, я не могу тут ждать весь день. С дороги! О, здесь стенка. Ха-ха, щекотно. Обожаю ходить к зубному. Джаред, тише. А? Что ты сказала? О, хватит. Можно мы будем ходить сюда каждую неделю? Джаред, не надо. О, что это за штука? Такая мягкая, пушистая. Прямо будто тебя обнимает плюшевый мишка. О, да, я супермодель. Не так быстро, молодой человек. Садись. Больше никаких шалостей, понятно? Давай что-нибудь нарисуем. О, рисовать я люблю. Смотри, милый. Вау. Начнем вот с таких коротких черточек. Мы используем разные цвета. Расположим их по кругу. А теперь добавим черную точку над каждой линией. Возьмем более тонкий маркер и нарисуем линии потоньше. Стало похоже на группу людей. Вот так. Пусть они держатся за руки. Добавим тени с помощью карандаша. Если растереть пальцем, получится еще лучше. Ну, что ты думаешь? Здорово, правда? Вау, здорово! Теперь твоя очередь, дорогой. Простите, что заставил вас ждать. А, вот вы где, заходите. Вы не могли бы дать мне... Неважно, мне пора. Ну же, дорогая. Постой, пап. Но конкурс вот-вот начнется. Нужно, чтобы все было идеально. У тебя столько талантов, милая, но все же, нам нужно идти. Важна каждая минута. Не дави на меня. Пап, стой! О нет, моя малышка! Все хорошо, папочка здесь. Нет, нехорошо, мой рисунок испорчен. Погляди на него. Да, выглядит скверно. А как же конкурс? Сколько сейчас времени? А, думай, должен быть какой-то выход. О, придумал! Сейчас папа все исправит. Нарисуем картинку двумя маркерами. Получится как зеркальное отражение. Я и не знал, что так могу. Вот, готово. Впечатляет, да? Вау, классно, пап! Давай, скорее! Я уже иду. Я здесь, я здесь. Не могу поверить. Я знал, что ты победишь, милая. Все благодаря моим блестящим талантам. Пора создавать очередной шедевр. Думаю, краски хватит. Теперь нужно размазать. Привет, дорогой. Наконец-то я приняла душ. Нужно высушить голову. Обожаю чувствовать ветер в волосах. Ла-ла-ла-ла-ла. Мам, осторожнее! Можно попробовать новый имидж. Эй, ты что? Это моя любимая кепка. Смотрится шикарно. Нет! Мам, что ты наделала? Как ты могла? Ты понимаешь, что это катастрофа? Так будет лучше. Это все из-за тебя. Что же мне теперь делать? О, милый, прости меня, я не заметила. Не волнуйся, я знаю, что делать. У меня есть идея. Зацени-ка вот это. Наливаем на полотно акриловую краску. Так, чтобы получился круг. Используем разные оттенки. А теперь размажем краску по холсту с помощью фена. Это создаст волнистый узор. Краски перемешаются, эффект будет неповторимым. Мам, это фантастика! Я знаю, дорогой, но у меня ничего бы не вышло без фена. Ух ты, такая умная идея, я тоже вдохновился. Сейчас что-нибудь нарисую. Я верю в тебя. Эй, погоди, мам, мне это понадобится.
О, ну ладно. Думаю, сегодня мои волосы будут не в лучшем виде. Торт должен испечься через несколько минут. Пожалуй, успею убраться. Мам, мам, смотри, нам надо съездить к морю. Только взгляни на этот золотой песок. Разве не здорово? Мне не помешает отдых. Нужно только проверить кое-что. Денег у нас не густо. А ведь нам нужно купить билеты на самолет, заказать отель. Нет, ничего не выйдет, Джаред. Это так нечестно. Не беда, я просто представлю, что я на тропическом острове. Прости, золотко, у меня кое-что есть для тебя. Может быть, это поднимет тебе настроение? Погляди-ка, это ракушка с пляжа. Она красивая, но она не заменит мне поездки к морю. Я так надеялась, что сработает. Как же мне быть? Должно быть решение. Минутку, возможно, пригодится эта алюминиевая фольга. Нанесем на бумагу краску, а затем сделаем вот так. Слегка промокнем фольгой краску, это смешает оттенки и создаст эффект текстуры. Теперь можно добавить детали. Например, эти ракушки. Совсем как настоящий пляж. Мне кажется, я слышу шум морского прибоя. Джаред, посмотри, так успокаивает, верно? Вау, так и хочется позагорать. Отпад, мам, но это все равно не настоящий отпуск. Постой, есть еще одна задумка. Здесь нужна надпись «Продается». А теперь будем ждать. Ага, доверчивый, в смысле, довольный покупатель. Что это было? Мы что, богаты? Это значит, мы можем... О, боже мой, это лучший день в моей жизни, мам, ты лучшая! Подожди меня! Когда мы вернемся, тебе нужно продолжить рисовать. Я уже планирую наш следующий отпуск. Сегодня у меня вечеринка будет реально здорово. Привет, девочки. С дороги, лузер. О, наверное, они меня не заметили. Где мои очки? Эй, кто-нибудь, помогите. Что это за свет? Это твое? Минутку. Возьмешь это наконец-то. Не могу поверить, что я это держала. Нужна дезинфекция. Так-то лучше. Вау, привет, ребята. Элли, давай сфоткаемся. Улыбаемся. Вы просто супер. Что происходит? Вертолет? Кто это? Спасибо, что подвезли. Люблю эффектные появления. Нелегко быть супербогатой. Этот урок такой скучный. Эй, не отвлекайтесь, сегодня у нас тест по математике. Я считаю только деньги, ничего больше. Мне сейчас некогда. Надеюсь, я справлюсь. Всю ночь зубрила. Никаких разговоров в классе. Вот ваше задание. Поехали. У меня для этого есть специальные люди. О, крутая задачка. Такая красота. О, я сдала. Спасибо. И тебе спасибо за новую машину. Мне пора. Было трудно, но я справилась. Готово. Точно стоит потраченных денег. Эй, вы, учительница, можете забирать. Спасибо. Это пустая трата времени. Окей, я проверила ваши работы. Очень впечатляет Эсси. Оу, 5+. Да, спасибо. 3? Как это понимать? Эй, я что, зря деньги плачу? Не знаю, что сказать. Такая досада. Привет, папочка, мне нужен новый ботон. Надо положить это в шкафчик. Пора бы вставить замок. Что? Тайная комната? А я раньше не замечала. Что ж, надо посмотреть. Вау, так просторно. О, выглядит уютно. Наконец-то у меня будет место, чтобы читать и заниматься. Ух ты, а я и не знала. Нужно почаще сюда приходить. Привет, Элли. Почему? Будто я стану говорить с Джастином. Ничего не понимаю. Мне нужно отдохнуть.
К счастью, я знаю одно эксклюзивное место. Для входа нужна золотая карта. Совсем другое дело. Ах, как классно. Время повеселиться. О, выглядит интересно. Ух ты, так реалистично. Ну и денек. Мне надо расслабиться. Это новейшие средства охраны. Безопасность прежде всего. О, наконец-то, вот и вы. Садитесь. Ненавижу, когда слуги со мной говорят. Я хочу сервиса высшей категории. Окей, нанесем маску для лица, самая лучшая, какую можно купить за деньги, сделанную из чистого золота. Ваша кожа будет смотреться на $1 000 000. Между прочим, именно столько и стоит маска. Пожалуйста. Обожаю мою работу. Почему ты еще здесь? Ах, вот это жизнь. Не знаю, что выбрать, здесь столько всего. Ну, папочка, я хочу единорога. Эй, сюда. Сейчас будет готово. Советую поторопиться. Вот ваш заказ. Приятного аппетита. Почему я должна сидеть рядом с ней? Что она тут делает? Официантка? Спасибо. Здесь все так бедно. О, идеально. Ваш заказ, мэм. У меня высокие вкусы. Блаженство. Это точно не для всех. Что? Эй, ты сюда. Ваши деньги, мэм. Как вкусно. Что? Глазам не верю. О, золото. Чудесно. Они обе просто смешные. Так есть хочется. Нужно срочно перекусить. Но чем? Выбор небольшой. О, идея. Мне идет этот цвет. Охота начинается. Ага. Вкусные и сочные. Это будет фастфуд. Проще простого. Какая прелесть. Люблю пауков. Что? О, точно, я про них и забыла. Мне нужно сменить работу. Что это было? Как я хорошо выспалась. Пора собираться. Нет воды. Как же мне умыться? По крайней мере, почищу зубы. Кому нужна зубная щетка? Чистый и пахнут мятой. Окей. Придется обойтись этим. Что бы мне надеть? Выглядит мило. Ну, ладно, сойдет. Нет, нет, эта яхта слишком мала. Пора вставать. О, ясно. Похоже, надо быть немного креативнее. Вау, я супер. Эй, проснись. У-ху. Придумала. Это ее точно разбудит. Золото. Какой чудесный сон. Отлично, как всегда. Это моя работа. Пока. Уже утро. Где телефон с номером визажиста? Алло, мне нужна помощь. Чем могу быть полезной? Мне нужно выглядеть хорошо. Сделай мне макияж. Это будет недешево. Деньги есть? Конечно. Бери.
Серьезно? Ну уж нет. Мне все нужно делать самой? Это так скучно. Ладно, думаю, мы готовы начинать. Эй, изобразите интерес. Наша первая выпускница Шерил. Мои верные поклонники. Ты получаешь диплом только потому, что твой папа построил нам бассейн. Поздравляю. Зачем ты меня трогаешь? Мне это не нравится, я ухожу. Давайте поздравим Шерил. А теперь встречайте Элли. Скажите фотографу, чтобы снял меня с лучших ракурсов. Вот твой диплом. Да, я это сделала. Это точно. Время для селфи. О, мило. Все, уходи со сцены. И, наконец, Эсси! Я так рада! У-ху! Вот и бумажка. И все? Я обещал себе не плакать. Иди сюда. Ладно, соберись, Кевин. Ты это заслужила, Эсси. Вау, стипендия! Вау, да, вперед, Эсси! Это лучший день в моей жизни! Новый день, новые деньги. Я не могу пускать в класс, кого попало. А ну стой, вы ведь знаете, кто я. Подождите, мой папа узнает об этом. Он будет недоволен. Ладно. Thank you. А, это всего лишь карманные деньги. Подумаешь. Богатые дети. Какой пугающий охранник. Она меня так нервирует. Итак, начнем. Я смогу это сделать. Просто веди себя естественно. Стоять! Эмма, эта штука безопасна? Я знала, что так и будет. Нет, тебе сюда нельзя. Убирайся отсюда, ты бедная. Не обязательно так грубить. Что за... Ой, как больно. На что я упала? А, это бриллианты. Вау, это же бриллианты. Хм, заметили во мне изменения? Может быть, немного блеска? Итак, могу я войти? Пусть решает сканер. У меня хорошее предчувствие. А, богатая. Я не понимаю. Но сканер не лжет. Проходи. Правда, то есть, ну, это очевидно. Нужно подготовиться к уроку. Мне понадобятся тетради. Интересно, что мы узнаем сегодня? Надеюсь, это будет что-то интересное. Хорошо, я вовремя. Самолету пришлось остановиться для дозаправки. Может, закончим побыстрее? У меня заказан ужин. Вау, посмотрите на эту тетрадь. Я знаю, она необычная. Но подожди, ты еще не все видела. Нет, этого не может быть. Посмотри на мой телефон. Поверить не могу. Я хочу потрогать его. Ну уж нет. Круто, да? Хочется чего-то сладкого. Я наклею кекс на свою тетрадь. Выглядит потрясающе. Завидовать – это нормально. Моя тетрадь такая скучная. У меня никогда не бывает хороших вещей. О, жизнь так несправедлива. Подождите. Я знаю, что делать. Для начала я вырежу эти картинки. Я проголодалась. Хорошо, это последнее. Но работа еще предстоит. Я знал, что надо было следовать рецепту. Я иду. Не обращайте на меня внимания. Мне просто нужно кое-что найти. Ага, вот то, что мне нужно. Нет, не круассан. Мне нужен пергамент для выпечки. Легко и просто. Нельзя, чтобы он меня увидел. Идеальное преступление. Чуть дальше. Я разрезала пергамент для выпечки на квадраты. Сверху я положу картинки, затем накрою их скотчем и хорошо разглажу. Я не могу иметь никаких складок. Теперь я их вырежу. Я не буду торопиться. Мне нужно следовать конспекту. Выглядит неплохо. Теперь я могу убрать пергамент и наклеить рисунок на тетрадь. Выглядит
Хорошо, то же самое я сделаю и с остальными. Вау, выглядит уже лучше. Нельзя забывать и о пицце. Эй, Алекс, смотри. Что? Цвета, образы. Вау, мне нравится. Я надеялась, что ты это скажешь. Что это за помои? Привет, я возьму тарелку этого. Я для этого училась в кулинарном техникуме. Даже не знаю, что это такое. Я называю это зеленым веществом. Держи. Оно слегка склизкое. А, подождите. Не торопитесь. Отстань от моего половника. А, кому нужна тарелка? Есть. Приятного аппетита. Посмотрите на это. Бесплатная еда? Я ни за что не буду это есть. Лучше закажу. Выглядит вкусно. Комочки придают дополнительный вкус. Вкусно. И очень. Это так отвратительно. Как она может это есть? Дворецкий. А вот это уже больше похоже на правду. Спасибо, Дворецкий. Я предпочитаю роскошные вещи. И нет ничего лучше, чем свежие суши. Выглядит очень аппетитно. У меня уже слюнки текут. Подождите, что это за жужжание? Это муха, и она на моих суши. Что я буду делать? Все пропало. Меня сейчас вырвет. Подумаешь, это просто муха. Эй, Алекс, можно мне это? О, пожалуйста. Надеюсь, тебе станет лучше. Вот тебе муха. Шикарно. Очень хорошо. Я не могу поверить, что они заставляют меня сидеть на полу. Мне так трудно выполнять свою работу. А? Пошел дождь из денег? Что происходит? А потом мне подарили бриллиант. Один, представляешь? Уроки начинаются. О, как раз вовремя. А, мне пора. Поговорим позже. А куда ты собрался? Стой! В чем проблема? Давай посмотрим на тебя. У меня нет на это времени. Как я и думала, ты без рубашки. Посмотрим. Папочка, пришли вертолет. Сейчас. А, что происходит? Это нападение. Спасайтесь. О, специальная доставка для меня. Спасибо, ребята. Это как раз то, что мне нужно. Сейчас. Это должно помочь. Я заправлю воротник. Надо хорошо выглядеть. А, как и всегда. Настало время шоу. Теперь я могу зайти в класс. Подождите. Ох, намного лучше. Ты отвечаешь всем требованиям. Прошу прощения за неудобства. А, спасибо. Что мне делать? Может быть, я смогу спрятать свою футболку? Подожди. Мне нужно увидеть твою одежду. Не двигайся. Мне нравится эта игра. Прекрати. Вот и все. Та-да! Хорошая попытка. Но я просто хочу зайти в класс. Подождите, у меня есть идея. Я отрежу полоску бумаги и просто оберну ее вокруг своей шеи. Получается симпатичный воротничок. Вперед! Вау, ничего себе. Великолепный воротник. Проходи. Спасибо. Посмотри, Алекс, довольно стильно, правда? Я предпочитаю итальянский шелк. Но я устанавливаю свои правила. Не буду носить это. Я лучше выброшу. Серьезно? Мне понадобится бумага для уроков. О, совсем забыла. Видимо, мне придется использовать это. Модно и практично. Держу пари, что твоя рубашка на это не способна. О, фу, это тяжело. Так много нужно выучить. Это точно. Я ничего в этом не понимаю. Это не имеет никакого смысла. У меня везде записки. Нужно навести тут порядок. Нужно начать. Вот как ты это делаешь? Я предпочитаю использовать это. А? Что это? Смотри. Я положу бумагу сюда. Затем поверну ручку. Этот гаджет измельчает бумагу. Очень быстро и просто. Вау! Это потрясающе! Вот бы и у меня такое было. Я знаю, я тоже так могу. Я справляюсь ничуть не хуже. Это приятно. С
все готово. Но на моем столе по-прежнему беспорядок. Осталась гора бумаги. Это так интересно. Ух ты, кто-то оставил газировку, и в банке еще осталось немного. Я сплю? Как здорово! О, да, это восхитительно. Ха-ха, это так смешно. Ух ты, сколько же у меня вкусняшек. Я не могу есть их и держать в руках телефон. Я положу его вот сюда. Ну уже. Тебе нужна помощь? Все в порядке, я справлюсь. Ты уверена? Не могу на это смотреть. Я знаю, что делать. Я сделаю вмятину в банке. Попробуй. Вау, потрясающе. Идеально. Ты гений. Хочешь? Какая жуть! Минди? Эй! Минди, ты тут? Надеюсь, он пришел. А? А, как ярко! Ты справился! Ну, конечно! Я так соскучилась! Не люблю, когда мы расстаемся. Поверить не могу, что пришлось сюда пробираться. Я ждал этого весь день. Я тоже. Не так быстро. В школе целоваться запрещено. Я вообще-то тут стою. Что, что? Ничего не понятно. Вы знаете правила, влюбляться запрещено. Я вызываю охрану. Уведите их. Вас понял. Обожаю свою работу. Есть только одно решение. Надеюсь, все получится. Нужно поторопиться. Почти готово. Все. А? Что? Где мы? Смотри. Настало время арт-челленджа. Круто, да? А, серьезно? Эй, а тебе идет эта тиара? Правда? Ты меня смущаешь. Фу, меня сейчас тошнит. У меня для тебя кое-что есть. Лови, я люблю тебя. О, поймала. Какой он милый. Можете оставить это на потом. Но разве он не идеальный? Стоп, что он делает? Простите, нужно ответить. Куда ты? Почему мы вообще здесь оказались? Мне нужно проверять контрольные. Думаю, тебе это пригодится. Спасибо. Я думала, мы любим друг друга. Как он мог так поступить? Что за... А мы могли быть счастливы вместе. Ах, все парни одинаковые. Да, поэтому ты использовала всю бумагу. Я ее специально хранила. Хм, есть идея. Нужно немного сдавить втулку, так, чтобы получилось сердечко. Затем окунуть в красную краску. Только осторожно. Думаю, этого достаточно. Получилось что-то вроде штампа. Теперь можно приложить его к чистому листу бумаги. Я слегка надавлю, получится сердечко. Я сделаю еще несколько. А если надавить на одно и то же место дважды, сердечко получится объемным. Что вы делаете? Поверить не могу, что я на это решилась. Но если это поможет ей не плакать, что же, я закончила. Все напоминает мне о любви. Мое сердце разбито. Неужели я не могу быть счастливой? А? Что происходит? Дай-ка посмотрю. А, ты испортила бумагу. Я не виновата. Думаю, с этим тоже можно что-то сделать. Нужно попробовать. Я нарисую сердечко внутри капель. Вот так. Еще каплю можно раскрасить. Так они будут выглядеть лучше. Я закончила. Мне нравится. Что скажешь? Ух ты! Дорогая, это потрясающе! Мне нравится! Ты выиграла! Это что, шутка? У меня настоящий рисунок, а она просто плакала. Что? Хорошо, вам я тоже поаплодирую. Браво! Так лучше? Можно и так сказать. Я так устала. И что мы теперь будем делать? Мне нужно сделать маникюр. Настало время пошалить. Мне понравится. Давай. А? Что происходит? Я хочу, хочу. Оу, почти поймал. Прекратите. Ни за что. Мне так весело. Ну все. Мне нужно что-то придумать. Можно использовать вот этот блокнот. Я нарисую человечка на первом листе сбоку. Потом раскрашу его. Я ее проучу. Но сначала нужно все закончить. На следующей страничке я снова нарисую фигурку. Но теперь уже в немного другой позе. И раскрашу, конечно.
Так я разрисую весь блокнот, и на каждой странице буду рисовать слегка измененного человечка. Получится вот так. Эй, они танцуют! Стоп! Что-то не так! Моя рука! Я ее не контролирую! Прекрати! Отлично! Эй, а вы неплохо двигаетесь! Это не смешно! Я не согласна! Я так больше не могу! Прекрати! Ладно, думаю, вы усвоили урок. О, наконец-то! А, я ужасно устала. Но я так просто не сдамся. Я знаю, что делать. Я отомщу ей. Для начала я нарисую букву R и дорисую линию внизу. Теперь я могу закрасить все желтым цветом. Нужно все делать аккуратно. А теперь я нарисую Минди. Руки. Ноги. Раскрашу ее волосы. Думаю, получается похоже. Нужно еще добавить румяные щечки. Прекрасно. И обувь. Ах, какая прелесть. Но кое-чего не хватает. Ливня. О-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну вот, готово. Что готово? Сама посмотри. Это ты. А? Думаю, что-то пошло не по плану. Наверняка вы огорчены. Подожди. А теперь самое интересное. Да начнется дождь. Я жду. Стоп. Что за... Эй, прекратите. Уже не такая смелая, да? Так делать нельзя. Зачем так поступать? Больше не нужно такого делать. Поэтому я объявляю победительницей Минди. Ю-ху. Он такой милый. Эй, красавчик! Я здесь! Арр! Арр! Какая прелесть! Ты прелесть! Я чувствую бабочек в животе! Мне такого еще никто не говорил! Слезай со стола! Плохой котик! То есть парень! Неважно! Что? Что происходит? Нет! Что вы наделали? Он замурчательный! Я всегда хотела завести кота! Но парни лучше. Ты чувствуешь неприятный запах? От него ничем плохим не пахнет. Хочешь молока? Апчхи! Упс, прошу прощения. Апчхи! Не могу перестать чихать. Я вижу. Мне нехорошо. Кажется, у меня аллергия на кошачью шерсть. Ладно, превращу его в человека. Фью, я снова я. Что это за запах? Это все ты. Сходи в душ. А, какой ужас. Шерсть повсюду. Вот поэтому я не завожу домашних животных. Фу. Нужно поправить макияж. Секундочку. Эти цветы прекрасны. Но они не так прекрасны, как ты, Минди. И тебе действительно нравится этот парень? Ладно, я знаю, что делать. Говори со мной. Мне нужна прядь твоих волос. Ау. Прекрасно. Я растяну прядь и покрашу ее помадой. Цвет просто потрясающий. Теперь я положу прядь на лист бумаги и распределю ее вот таким образом. Отлично. Теперь я закрою альбом и слегка надавлю на него. Теперь можно вытаскивать прядь. Когда я открою альбом, на листе останется необычный рисунок. И он мне очень нравится. Да, я знаю, я очень талантлива. А можно одолжить вашу косметику? Пожалуйста. Ладно, бери. Спасибо. Мне нужна пудра. Стоп. Я же могу это использовать. Я положу спонж вот сюда и немного сбрызну его водой. А потом раскрашу фломастером. Начну с фиолетового. Я закрашу совсем немного. А затем возьму другой цвет. Итак, я раскрашу весь спонж. Хочу, чтобы он получился разноцветным. Вот так. Отлично. Теперь мне нужен чистый лист бумаги. Я ладонью придавлю к нему спонж. И подержу немного. Нужно, чтобы цвета перенеслись на бумагу. Потом на ней останется цветной круг, а в нем можно оставить послание. Это расскажет ему о моих чувствах. Обожаю каллиграфию. Это очень красиво. Ну все, готово. То, что нужно. Теперь осталось только вырезать рисунок. Это тебе. Надеюсь, ты чувствуешь то же, что и я. Ого! Минди! Ну, конечно же! Мое сердце отдано тебе! Гррррр!
Что? Посмотри сюда! Это же произведение искусства! Леди, вы такая злая! Ладно, вы выиграли. Довольны? Так на чем мы закончили? Вот это другое дело. На-на! Я точно могу засунуть еще одну ручку себе в нос. О-о, сегодня вам нужно будет нарисовать милую птичку. Ух ты, серьезно? Мне нравится. Это будет весело. Я начну с эскиза. Пока все хорошо. Теперь нарисую глаза и крылья. Пора раскрасить рисунок. Я хочу, чтобы птица была яркой. Ух ты, мне нравится. Я могу рисовать хоть целый день. Фиолетовый цвет идеально подходит для крыла. А лапы будут желтыми. Это будет потрясающе. Главное не выходить за контур. Клюв тоже будет желтым. Нужно быть внимательной. Для тела я использую розовый цвет. Это мне кого-то напоминает. Обожаю эти уроки. Вот и все, готово. Это сложно. Подождите, я понял. Мне понадобится линейка. Я начну с прямой линии. Очень надеюсь, что это сработает. Это будет нечто особенное. Я нарисую здесь несколько точек. Настало время добавить цвет. Я разделил свою птицу на секции. Я раскрашу каждую часть отдельно. Еще я добавил дополнительные секции вокруг птицы. Они пригодятся позже. У меня хорошее предчувствие. Все будут поражены. Тело почти готово. Теперь я могу раскрасить клюв. Не буду торопиться. Я не хочу все испортить. Я все-таки приложил столько усилий. Ха, голубые перья. Так круто. Я сделаю крыло таким же. Почти готово. Теперь можно вырезать рисунок. Пунктирные линии показывают, где нужно его сложить. Это очень облегчает задачу. Нужно просто следовать линиям. Я делаю складку. Дополнительные секции помогают птичке держаться. Еще мне нужен будет клей. Придется потрудиться еще немного. Но оно того стоит. Это последнее. Смотрите, что скажете? Надеюсь, вам понравится. О, прекрасно. Ты умница. Подождите, вы еще не видели мою птицу. Ух ты, это очень необычно, Лео. Ой, подождите, она следит за мной. Смотрит мне прямо в глаза. Это очень странно. Она не мигает. О, наверное, мне просто показалось. О, их стало больше. Они повсюду. Выхода нет, я окружена. Что? Что происходит? Что-то мне нехорошо. Мерещится всякое. Итак, вам нравится? Конечно. Я так и знал. Вот, держи леденец. О, вкуснятина, спасибо. Ой, как мне нравится. Я тоже хотела леденец. Не грусти, Лекси, бери мой. О, это так мило. Ты лучше, Лео. Очень вкусно. Вот оно. Это так интересно. Готово. Вперед. Это буду я? Нет, розовый мячик. Ю-ху! Секунду. О, что случилось? О, я хорошо выгляжу. О, наконец-то вы тут. Добро пожаловать на челлендж по рисованию. Будет очень весело. Давайте начнем. Звучит отлично. Поехали. Что она делает? Ловит вдохновение. Мой шедевр завершен. Что это? Думаю, это собака. Не совсем. Вот ваше первое задание. Можете начинать. Ага, я знаю. У меня есть волшебные шарики. Мне их дал какой-то загадочный незнакомец. Хотя, может, он просто сумасшедший? Мне понадобится миска с водой. Отлично, я отправлю шарики в воду. О, да, вот так. Теперь я подожду. Шарики сделают все, что нужно. Это и есть твоя гениальная идея? Ха, я знаю, что я делаю. Посмотри, шарики стали больше, а вода исчезла. Круто, правда? Теперь я разделю их по мискам. Пора добавить краску. Я начну с голубой. Затем возьму желтую и зеленую. И, наконец, красную. Я все перемешаю. Шарики должны быть хорошо покрыты краской. Знаете, мне нравится. Это расслабляет. И шарики теперь такие красивые. Вот и все. Теперь я могу проявить фантазию. Я положу лист бумаги в пластиковый контейнер и насыплю туда синие шарики. Отличное начало. Затем я возьму зеленые шарики. Прекрасно. Теперь желтые и красные.
Думаю, этого достаточно. Я аккуратно достану бумагу. Мой рисунок готов. Что скажете? Красиво, да? Я назвал эту картину «Мой внутренний мир». Скорее, внутренний хаос. Я могу превзойти это. Мне просто нужно кое-что достать. Все, чего я хочу, находится здесь. Что еще взять? Золото? Деньги? Да, почему бы и нет? Пора приступать к работе. Я выложу купюры на бумаге. Очень красиво. Теперь мне нужны золотые монеты. Не получается. О, что это? Наклейки с бабочками. Они могут мне пригодиться. Куда бы их приклеить? Подождите, мой шарф. У меня есть идея. Я положу шарф на стол, затем я приклею на него бабочек. Мне понадобится вода. Я прижму мокрую губку к наклейке и сниму защитную пленку. Вау, сработало. Но это еще не все. Я хочу, чтобы все получилось как можно лучше. Я украшу шарф бабочками. Лучше не бывает. Отлично, нужно примерить. Вау, мне нравится. Я закончила. Не смотрите на нее. Думаю, моя работа намного лучше. Очень талантливо, Майлз. Ты выиграл. Вы серьезно? Я сделал это. Ура! Это то, о чем я думаю? Ты что-то сказал, Майлз? Это что, крыса? Я ненавижу крыс. Уберите это от меня. Нужно действовать быстро. Нельзя терять время. Нарисуйте мне милого котенка. Чего вы ждете? Я могу это сделать. Кажется, все очень просто. Дайте подумать. Ага. Мне нужна краска и, конечно, кисточка. Начинаем. У меня большие планы. Я хочу покрыть бумагу синей краской. Вау, это так успокаивает. Что дальше? А, я знаю. Я нарисую забор. И много зеленой травы. Теперь мне нужна губка и черная краска. Я нанесу ее на бумагу. Теперь мне нужна губка поменьше. Это будет кошка. С помощью маленькой губки я нарисую голову. Теперь я добавлю хвост. Я настоящий художник. Кошка будет полосатой. Затем я добавлю последние штрихи. Мне нравится. Выглядит отлично. Посмотрите! Надеюсь, вам понравится. Я очень старался. Мэдисон, смотри. Надеюсь, ты любишь леденцы на палочке. Но где же тут настоящий? О, вот он! Мило, не правда ли? Вау, невероятно! Вы готовы начать урок? Сегодня нас ждет много интересного. Мне уже не терпится. Итак, вот первое слово. Запишите его, пожалуйста. Ну уже, давайте. Выглядит просто. Вот так, внимательнее. У меня готово. Ну, что вы думаете? Что это такое? Попробуем еще раз. Начнем с буквы R. Да, у меня получится. Умница, так держать. Как вам это? Ох, кажется, профессия учителя не для меня. Минуту, эта вешалка подала мне идею. Это все изменит. Нарисуем букву R и закрасим вот так. Теперь нарисуем красивый цветок и вот такое лицо. А затем туловище. Выглядит неплохо, но нужно добавить красок. Уроки рисования гораздо круче грамматики. Нужно почаще этим заниматься. Теперь нарисуем капельки дождя. Как думаешь, ты сможешь нарисовать так же? Вау, да! Я попробую. Так гораздо легче. Ого! Невероятно! Вы это видите? Отлично! Я знал, что у тебя получится. А вот это тебе. Это все, что ты можешь. А, постой. Ну теперь держись, Джаред. Итак, начнем урок. Прекратите это немедленно. Ой. Вы готовы слушать? Сегодня вам нужно будет нарисовать картинку. О, прикольно. Скукота. Что Мэдисон делает? У меня нет никаких задумок, и вообще в искусстве нет никакого смысла. Ладно, думаю, нужно хоть что-то сделать. Тут такой большой выбор красок. Фу, как это раздражает. Постой, ты уже закончила? О, ну же, думай.
Ну, конечно! Мне пригодится цепочка. Я нанес на бумагу белую краску, кладу на нее несколько цепочек в разных местах под разными углами, а теперь налью краску разных цветов, вот так, чтобы по краям были разные оттенки. Протаскиваю цепочки через колечко. Цепочки движутся и смешивают краски, создавая неповторимые узоры. Очень впечатляет, верно? Можно начинать аплодировать. О чем это ты? О, да чего круто! Но мой единорог лучше! Вы ведь видите, да? Джаред, твой выбор красок, эмоций. Я знал, что в тебе таится гениальный художник. У тебя тоже неплохо, Мэдисон. Вот ваши оценки. Думаю, это честно. Браво, Джаред, браво. Но ведь это у меня талант. Теперь уже нет. Круто, спасибо за оценку. Почему так долго? Ну же, быстрее, я не могу тут ждать весь день. С дороги. О, здесь стенка. Ха-ха, щекотно. Обожаю ходить к зубному. Джаред, тише. А? Что ты сказала? О, хватит. Можно мы будем ходить сюда каждую неделю? Джаред, не надо. О, что это за штука? Такая мягкая, пушистая. Прямо будто тебя обнимает плюшевый мишка. О, да, я супермодель. Не так быстро, молодой человек. Садись. Больше никаких шалостей, понятно? Давай что-нибудь нарисуем. О, рисовать я люблю. Смотри, милый. Вау! Начнем вот с таких коротких черточек. Мы используем разные цвета. Расположим их по кругу. А теперь добавим черную точку над каждой линией. Возьмем более тонкий маркер и нарисуем линии потоньше. Стало похоже на группу людей. Вот так. Пусть они держатся за руки. Добавим тени с помощью карандаша. Если растереть пальцем, получится еще лучше. Ну, что ты думаешь? Здорово, правда? Вау, здорово! Теперь твоя очередь, дорогой. Простите, что заставил вас ждать. А, вот вы где, заходите. Вы не могли бы дать мне... Неважно, мне пора. Ну же, дорогая. Постой, пап. Ну, конкурс вот-вот начнется. Нужно, чтобы все было идеально. У тебя столько талантов, милая, но все же, нам нужно идти. Важна каждая минута. Не дави на меня. Пап, стой. О нет, моя малышка. Все хорошо, папочка здесь. Нет, нехорошо, мой рисунок испорчен. Погляди на него. Да, выглядит скверно. А как же конкурс? Сколько сейчас времени? О, думай, должен быть какой-то выход. О, придумал! Сейчас папа все исправит. Нарисуем картинку двумя маркерами. Получится как зеркальное отражение. Я и не знал, что так могу. Вот, готово. Впечатляет, да? Вау, классно, пап! Давай, скорее! Я уже иду. Я здесь, я здесь. Не могу поверить. Я знал, что ты победишь, милая. Все благодаря моим блестящим талантам. Пора создавать очередной шедевр. Думаю, краски хватит. Теперь нужно размазать. Привет, дорогой. Наконец-то я приняла душ. Нужно высушить голову. Обожаю чувствовать ветер в волосах. Ла-ла-ла-ла-ла. Мам, осторожнее! Можно попробовать новый имидж. Эй, ты что? Это моя любимая кепка. Смотрится шикарно. Нет! Мам, что ты наделала? Как ты могла? Ты понимаешь, что это катастрофа? Так будет лучше. Это все из-за тебя. Что же мне теперь делать? О, милый, прости меня, я не заметила.
Не волнуйся, я знаю, что делать. У меня есть идея. Зацени-ка вот это. Наливаем на полотно акриловую краску. Так, чтобы получился круг. Используем разные оттенки. А теперь размажем краску по холсту с помощью фена. Это создаст волнистый узор. Краски перемешаются, эффект будет неповторимым. Мам, это фантастика! Я знаю, дорогой, но у меня ничего бы не вышло без фена. Ух ты, такая умная идея, я тоже вдохновился. Сейчас что-нибудь нарисую. Я верю в тебя. Эй, погоди, мам, мне это понадобится. О, ну ладно, думаю, сегодня мои волосы будут не в лучшем виде. Торт должен испечься через несколько минут. Пожалуй, успею убраться. Мам, смотри, нам надо съездить к морю. Только взгляни на этот золотой песок. Разве не здорово? Мне не помешает отдых. Нужно только проверить кое-что. Денег у нас не густо. А ведь нам нужно купить билеты на самолет, заказать отель. Нет, ничего не выйдет, Джаред. Это так нечестно. Не беда, я просто представлю, что я на тропическом острове. Прости, золотко, у меня кое-что есть для тебя. Может быть, это поднимет тебе настроение? Погляди-ка, это ракушка с пляжа. Она красивая, но она не заменит мне поездки к морю. Я так надеялась, что сработает. Как же мне быть? Должно быть решение. Минутку, возможно, пригодится эта алюминиевая фольга. Нанесем на бумагу краску, а затем сделаем вот так. Слегка промокнем фольгой краску. Это смешает оттенки и создаст эффект текстуры. Теперь можно добавить детали. Например, эти ракушки. Совсем как настоящий пляж. Мне кажется, я слышу шум морского прибоя. Джаред, посмотри, так успокаивает, верно? Вау, так и хочется позагорать. Отпад, мам, но это все равно не настоящий отпуск. Постой, есть еще одна задумка. Здесь нужна надпись «Продается». А теперь будем ждать. Ага, доверчивый, в смысле, довольный покупатель. Что это было? Мы что, богаты? Это значит, мы можем... О, боже мой, это лучший день в моей жизни, мам, ты лучшая! Подожди меня! Когда мы вернемся, тебе нужно продолжить рисовать. Я уже планирую наш следующий отпуск. Давай, только тихо. Не думаю, что это хорошая идея. Не время отступать. Готова? Ух ты, шоколад! Окей, иди за мной. След в след. Ты в порядке? Ну, она сказала идти за ней. Хорошо, что рука смягчила падение. Главное, что шоколад рядом. Что? Это не шоколад. Глазам не верю. Это рисунок. Ничего себе, он настоящий. Что случилось? Где мы? Гляди, все для рисования. Что ж, давай начнем рисовать. Итак, первый челлендж. Интересно, какой? Какой милый щеночек. Можно нам оставить его себе? Окей, у меня получится. Я видела, так делают художники. Не знаю зачем, но выглядит хорошо. Размер маловат для щенка. Стойте, я знаю, что делать. А? У меня тоже есть рука, ну и что? А, поняла, это легко. Обведем ладонь. Что ты делаешь? Главное, ей самой нравится. А я положу ладонь на бумагу вот так и обводим. А теперь сделаем, чтобы было похоже на собаку. Добавим шерстку, милые глазки и нос. И, наконец, добавим цвета. Получается здорово! Вот так, аккуратно, почти готово. Вот, такой милашка. Круто, я справилась. Назову его Лаки. Это реально впечатляет. Мне нравится мой рисунок, но это... Вау, ну ты хотя бы попыталась. Кто победил? Да! Смотри, что-то происходит. Печеньки! Так классно! Они в форме косточек. Все в собачьей тематике. Не терпится попробовать. Погоди-ка. Печенье, кость, собака. Стой! Они не для тебя.
Да чего вкусные! Хочу узнать рецепт. Ох, лучше бы ты этого не делала. В чем проблема? Эти печеньки, они для щенка. О! Раньше не могла мне сказать! Так тебе и надо. Эй, иди сюда, приятель. У нас для тебя вкусняшки. О, кто у нас хороший мальчик? Ты у нас хороший мальчик. Ты, наверное, проголодался? Так долго нам позировал. Умница. Вот так, давай. Это тебе. Ладно, вот это место подойдет. Да? Деревья, природа, все, что нужно. Зажигаем. Поехали. Не знаю. Что? Эй, хватит подсматривать. Подумаешь. Ладно, тогда пойду вот сюда. Что бы мне нарисовать? Ну, конечно. Он такой милашка. Надеюсь, Дэвид его не видел. Я его первой заметила. Ну да, пусть победит сильнейший. Из нескольких кружочков выйдет что угодно. Просто нужно знать, где добавлять линии. Неплохо, да? Но мы еще не добавляли красок. Желтый цвет такой радостный. Он идеален для этой веселой птички. А что, если добавить зеленого? Такой спокойный оттенок. И не забудем про голубой. Настоящая услада для глаз. Лучше всегда сначала обозначать края. Это отлично выделяет рисунок. Почти готово. Еще парочку финальных штрихов. Вот как это делается. Настоящий шедевр искусства. Вы согласны? Да, я вполне доволен собой. Что это такое? Я решила, рука помощи не помешает. Оказывается, это все, что нужно. Ну и еще несколько точек и линий в нужных местах. Вы уже можете различить голову птицы? Не волнуйтесь, сейчас все увидите. Эти веточки нам помогут. А вот и милые лапки птички. Добавим зелени, по-моему, очень красиво. Теперь вам видно птичку? Я такая умная! Что ж, если ты и впрямь хочешь это видеть, по-моему, неплохо. О! Думаю, они оба очень хороши. Может, спросим учителя? Серьезно? Надеюсь, он в порядке. Кажется, он просто крепко спит. Эй! О! Вы готовы, а? О, отличная работа! Теперь дайте мне еще 5 минут. Без проблем. Ого! Я обожаю этот канал. Только его и смотрю. Тина такая забавная. О-оу, осторожнее. Этого я не ожидала. Да брось, это было смешно. Что же, я хочу тебе кое-что показать. Вот моя курица. Милашка, правда? Она тебе нравится? Да, а что? Мне больше нравятся попиты. Они намного круче. Попиты? Это же прошлый век. Сейчас в моде птички. Нет, попиты лучше. А у твоей курицы дурацкая прическа. Как ты посмела? И я бы сделала это снова. У моей курицы отличная модная прическа. О нет, это... Стоп! Так вот, значит как. Я так быстро не сдамся. Чувствую себя на все 100. Этот цвет тебе не идет. Прекратите спорить! Упс, прошу прощения. Успокойтесь. А вот и ваше следующее задание. Всякие жучки и червячки. Уверена, мы справимся. Ого, а это здесь откуда? Только взгляни. С таким набором мы точно сможем придумать что-то крутое. Стоп, а этим еще и делиться нужно. Я первая увидела. Это мое. Руки убери. Лучше я начну. У меня уже есть план. Для начала я нарисую бабочку. Ух ты, иногда я сама себя удивляю. Теперь нужно ее вырезать. Все это мне не нужно. Это можно убрать. О, отличная идея. Я могу использовать ложку. Только сначала нужно отломать ручку.
Теперь я нанесу на крыло бабочки горячий клей. И приклею туда ложку. Так я сделаю с обоими крыльями. Хорошо, что я заранее купила много одноразовой посуды. Теперь я нанесу клей на голову. И на тело бабочки. Достаточно. Я распределю клей кисточкой. И нельзя забыть про усики. Отлично. Теперь мне нужны блестки. Я насыплю их на клей. Ух ты, какой красивый цвет. Еще я нанесу клей на ложки. Много его не понадобится. Осторожно, нельзя пропустить ни одну ложку. Я добавлю еще блесток. И на этот раз возьму другой цвет. Нужно работать быстро, пока клей не высох. Для внешней стороны крыльев я буду использовать фиолетовые блестки. Вот и все. Теперь можно стряхнуть остатки блесток. Как ярко! И выглядит просто отлично. Я знаю, ты завидуешь. Это нормально. Ладно, расслабься. Уверена, что я смогу с тобой побороться. Я нарисую круг на картоне. И затем вырежу его. Привет, Мэг! Не-не! Это было забавно. Теперь я проделаю отверстия в круге. Их должно быть 8. По 4 с каждой стороны. Вот так. Теперь в каждое отверстие нужно просунуть кабельную стяжку и застегнуть ее, но оставить небольшую петельку. Идеально! Теперь я нанесу на картон клей и распределю его кисточкой. Отлично! Сверху я насыплю блестки. Мне нравятся темно-фиолетовые. Они просто идеально сюда подходят. Еще я добавлю глазки и избавлюсь от лишних блесток. Я закончила. Получился милый паучок. У него даже паутина есть. Осторожнее, он может напасть. Ты когда-нибудь видела такого милого паука? Куда он бежит? А, ты меня достала. Это просто шутка. Стоп, паук! Прогони его! О, это было страшно. О, я его знаю. Серьезно? Ты дружишь с пауком? Нужно подвести итоги. Покажите мне ваши работы. Ничья! Молодцы! Вы обе отлично справились. Я сейчас расплачусь. Да, я снова выиграла. Мы обе выиграли. Как думаешь, каким будет следующее задание? Извини, что я спрашиваю. Смотри, какая красивая бабочка. Ух ты! Просто волшебство! Жаль, что это не паутина. Что происходит? Вещь пытается поймать бабочку. Она в порядке? Надеюсь, нет. Так нам нужно нарисовать бабочку. Круто! Прекрати. Поехали. Кажется, это мой лист. А? Ладно. Давай сюда. Что? Нельзя? Ну, хорошо. Лучше не спорить с вещью. Есть идея. У меня есть вот такой шаблон. Неважно, мне нужен мел. С помощью канцелярского ножа я сделаю крошку и смешаю цвета. Вот так. Получается неплохо. Слишком ярко для меня. Но это ненадолго. Это последний мелок. Теперь пальцем я растушую меловую крошку. И начну создавать бабочку. Потом я положу шаблон сверху. Отлично. Я была бы не я, если бы не использовала черный цвет. Мне снова понадобится меловая крошка. Нужно покрыть ею весь лист и растушевать. Получится интересный эффект. Вокруг шаблона нужно тушевать осторожно. Лучше придержать его. Не хочу испортить рисунок. Теперь шаблон можно убрать. Но это еще не все. Я хочу нарисовать кое-что внутри бабочки. Например, спокойный пейзаж. Моя очередь. Я положу шаблон на лист бумаги, а затем мелом начну рисовать линии. Буду работать по частям и менять цвета. Итак, мне нужно раскрасить весь лист. Получится просто чудесно. Мел идеально подходит для этого рисунка. Цвета получаются такие яркие. Шаблон нужно придерживать все время, иначе рисунок можно легко испортить. Теперь я убираю бабочку. Смотрите, она улетает. Можно прикрепить ее сюда. Теперь вот тут я нарисую белую пунктирную линию. Это след от бабочки. Рисунок получился очень живым. Вот что изобразила я. Надеюсь, тебе понравится. Клэр, смотри, ничья. Мы оба победили. Я так счастлив. Ух ты, смотри. Нет, сейчас я вас прогоню. О, круто двигаешься, Клэр.
творчество – это прекрасный способ проявить себя. Можно найти вдохновение во всем, что вас окружает, даже среди эмоджи. Давайте соединим несколько эмоджи и создадим произведение искусства. Я начну с набросков. Теперь завершаем круг. Пора добавить цвет. Желтый отлично подойдет. Теперь раскрасим сердечки. Никто не любит разбитые сердца. Неудивительно, что наш эмоджи плачет. Затем я раскрашу слезы. Ох, как грустно. Я сейчас расплачусь. Глаза и рот можно раскрасить черным. Настало время добавить детали. Белым маркером можно нарисовать блики. Получилось довольно неплохо. И жили они долго и счастливо. Не мешай, я слушаю историю. Ты такой зануда? Луна, хватит, у меня кое-что есть. Вау, это для меня? А где мои? Ого, только посмотрите на это. Вы издеваетесь? Это потрясающе, не мешай. Вам понадобится модель. Эта милая кошечка отлично подойдет. Она просто прелесть, ха? О, какая очаровашка! Я готов творить. Какую кисточку выбрать? Мне нужно что-то, чем я могу рисовать. Это отличные карандаши. Нет, положи на место. У нас тут проблема. Может, лучше взять ручки? Такой большой выбор. Как же это раздражает. Стоп, у меня есть идея. Нужно просто быть осторожнее. Еще немного. А? Спокойно. Это мой шанс. Есть! Ха, я умнее вас всех. И что мне с этим делать? Хотя бы ручка есть. Нужно начинать. Для начала нарисую прямую линию. Потом нарисую большую цифру 3. Вот так. Затем нарисую кошачьи ушки. И усы. И, наконец, длинный хвостик. Пора раскрасить нашу кошечку. Выглядит отлично. Нарисуем глаза и носик. Моя кошечка будет полосатой. Полосы я раскрашу другим цветом. Добавлю розовые щечки. Мило, правда? Это было легко. Эй, я вообще-то уже закончила. О нет, я не могу работать, когда на меня давят. Нужно поторопиться. Та-да! Победителя сразу видно. Я тут судья. И побеждает Луна. Да, я так и знала. У-ху! Эй, а что я выиграла? Стоп, что-то не так. Ого, посмотри сюда. Убери руки от моего хвоста. Ты злая кошка. Неудивительно, что я больше люблю собак. Я хочу открыть. Ого, поверить не могу. Смотри. Что? Там ничего нет. Ха-ха, ты купилась на это. Это же такой бородатый фокус. А? Где все? Кто не успел, тот опоздал. О, краска. Будет весело. А, ну вот, они пропали. Это очень странно. Крис, это ты украл краски? Конечно, я. Я тебя отомщу. Прекратите! В чем ее проблема? Вот ваше следующее задание. Во, тяжелый. Нарисуйте арбуз. Этим я ничего не смогу нарисовать. Дай мне краски. Ты не сказала волшебное слово, пожалуйста. Пора создавать шедевр. Ты пальцем будешь рисовать? В искусстве важна прежде всего душа. Да-да, конечно. Что-то мне это не нравится. Интересно, какой у Криса рисунок? А, что это он делает? Может, все не так плохо? Не возражаешь? Как ты смеешь, эй! Спокойно, я взяла лишь немного краски. Я обведу точки кисточкой. Получится полукруг. Цвета как раз похожи на арбуз в разрезе. Идем дальше. У меня аппетит разыгрался. Готово? Ты меня отвлекаешь. Эй, время вышло. Что скажете? Это что, лодка? В этом челлендже побеждает Луна. Вау, выигрываю 2 раза подряд. О, какая вкусная награда. Выглядит аппетитно. Хочешь кусочек? Да, пожалуйста. Обожаю арбузы. А? И это все? Ну, спасибо.
Мы словно Ромео и Джульетта в мире искусства. Только я больше похож на Джульетту, а ты мой Ромео. Я предупреждала, не пялься на меня. Или снова проблем захотел? О, ну что ты. Открывай. Пожалуйста, открывай ты. Ладно. Я возьму маркеры, а ты можешь брать краски. Ты так добра. Что? Вот следующее задание. Что может быть романтичнее букета цветов? Вау, это знак. Это тебе, дорогая. Мои любимые. Жизнь прекрасна. Хочу проводить с тобой каждый день. И быть вместе всегда. Что случилось? Ну, что теперь? Какой ты странный. Она со мной флиртует. Ты прекрасна. О, кажется, я простудилась. Ого, вот это я чихнула. Интересно, что они нарисуют на этот раз, а? Я в порядке, я в порядке. Предупреждай в следующий раз. Смотри, что ты наделала с моим рисунком. Хотя я кое-что придумал. Отличная идея! Нужно прижать кисточку к бумаге и провести ею в разных направлениях. Смотрите, похоже на лепестки цветов. Очень красиво. Нарисую еще несколько. А это очень расслабляет. Так, теперь нужно нарисовать стебли. Это просто. Нарисуем тонкую линию, а потом листья. Мне нравится. Теперь я нарисую цветоложе. И добавлю несколько финальных штрихов. Вот и все. Ну как? У меня тут проблемы возникли. Не лучший по рисунок. Но бегибализм это круто, правда? Они восхитительные. И победитель Крис! Да, я знал. Так, пора. Я смогу. Луна! Лапчу! Ого! Момент снова испорчен. Ох, кажется, у меня аллергия. Давай. Начинаем. Ого, какая ты сильная. Много тренируешься? Что-то не так? Нет! Эй, так нечестно. Смирись уже. Посмотрим. Ого. Это все мое? А мне достались только два карандаша. Так несправедливо. Их я тоже заберу. Это ты все виноват. Что же ты наделала? Вам нужно нарисовать виноград. Это совсем не сложно. Начинайте. Я справлюсь. Кажется, у меня проблемы. Добром это не закончится. Хватит уже находить оправдания. Обожаю виноград. Он очень вкусный. Могу есть его хоть целый день. Ммм, как вкусно. Ты согласен? Ха, это было потрясающе. Ммм, вкуснятина. Нужно что-то придумать. И кажется, у меня есть идея. Скальпелем я смогу наточить стружку с карандашей. Пусть она падает на бумагу в форме произвольного треугольника. Потом нужно растереть стружку пальцем так, чтобы получились овалы. Заполняем овалами наш треугольник. Очень похоже на виноград. Когда я закончу, можно смахнуть остатки стружки. Теперь нужно обвести виноградины ручкой. Это создаст нужную форму. Нужно работать очень аккуратно. Я не хочу испортить свой рисунок. Я обведу все виноградины. Так они будут здорово выделяться. Но это еще не все. Белым маркером я нарисую блики, и рисунок будет выглядеть реалистичнее. Теперь можно нарисовать стебель. Для этого мне понадобится коричневый маркер. Вау, получилось здорово! Эй, Луна, показываем рисунки через 3, 2, 1. Ну как? Вау, у Криса получился восхитительный рисунок. Впечатляют обе работы, но победил Крис! Да, здорово! Я и правда выиграл. Хочу поблагодарить свою маму. О, круто. Настоящий виноград. Наверняка он очень вкусный. Смотри, Луна. Повезло тебе. Я тоже хотел виноград. О, теперь мне стыдно. Выход только один. Луна, забирай, пожалуйста. Ты меня разыгрываешь?
Всем привет! У меня есть классная новая игра. Отлично! Мы в деле. Давайте поиграем. Итак, нужно просто начать рисовать на спине впереди стоящего игрока картинку. Ладно, кажется, я знаю, что он нарисовал. Мне нужно нарисовать то же самое. О, он явно нарисовал сердце. А я люблю рисовать какашки, это так весело! Ладно, давайте взглянем на рисунки. Как здесь оказались какашки? У меня получилось, всем привет! Кто-нибудь знает вон ту странную девушку? Странную девушку? Что за черт? Куда она дела наших друзей? Вы двое, именно вас я ищу. Придется вас разлучить. Что, молния? Как она это делает? Да, выглядит неплохо. Качели, это так весело! И к тому же удобно. Да уж, и секундочку. Привет! Уже соскучились? Привет. Да не особо. Что ж, как насчет того, чтобы превратить отдых в искусство? О чем это ты? И что нам нужно нарисовать? Это. Вот, нарисуйте эту божью коровку. О, она такая милая и красивая. Правда, Алекс? Это соревнование, так что вперед. Соревнование? Что ж, тогда я собираюсь победить. Ха-ха-ха! Что ты делаешь, Алекс? Ха-ха! Смирись, Габи, я точно выиграю. Хе-хе, минуточку. А куда она делась? А-а-а! Ты попался, Алекс! Я держу тебя! А-а-а, слезь с меня! Ты как сумасшедшая обезьяна! Ха! Я от тебя сбежал! Что? Ой! Откуда взялись эти грабли? Ха-ха, нужно смотреть, куда идешь. Стоп! Алекс, посмотри вниз. Что? О, шнурок! Спасибо, что предупредила. Теперь у меня есть шанс опередить его. Да, я прибежала первая. Надо поскорее начать рисовать. Ну ладно, шнурок завязан. А ты неплохо воспользовалась моей проблемой со шнурками. Ого, ничего себе, ты уже так много нарисовала. А все потому, что я хочу победить. Что ж, пожалуй, нужно начать рисовать. У меня есть ручка. Начнем с того, что нарисуем заглавную букву «А». А теперь нарисуем вокруг нее полукруг, от одного конца буквы до другого. Моему маленькому насекомому нужна голова и глаза. О, а теперь усики. Так, следующий шаг, дорисуем тело. Теперь нарисуем полоски. А затем пятнышки. Кое-что нужно закрасить черным, а тело будет коричневым. И, конечно же, нарисуем красную скорлупку. Ну ладно, времени было достаточно. Посмотрим, что у вас получилось. О, да пожалуйста, вот взгляните. Что ж, а это моя картинка. Да, что-то не очень, не впечатляет. Ну а чем нас порадует Алекс? Ух ты, фантастика, отличная работа. Ты побеждаешь в этом раунде. Да, я победитель, я лучше всех, смирись с этим, Габи. Ой, да не расстраивайся, это так. Понадобилась целая вечность, чтобы тебя найти. О, ну и вонь. Какого черта ты тут делаешь? Я вообще-то в туалете. Что ж, я приготовила для тебя следующее испытание. Так, я весь внимание. Ты должен нарисовать змею. Ну ладно, думаю, что я с этим справлюсь. Есть какие-нибудь вопросы? Да нет у меня никаких вопросов. Уверен? Ох, ну давай уже. Ладно. Просто не верится. Посидеть спокойно не дают. Безобразие. Минуточку. Туалетная бумага и маркер. Пора рисовать змею. Ой. А, вот ты где. А я тебя искала. Да, прямо здесь, пытаюсь вот поработать. Как бы то ни было, ты должна нарисовать змею. Ладно, надо так надо. Итак, время пошло. Начинайте рисовать змею. А, нужно начать рисовать. Это всего лишь змея. Наверняка это совсем не сложно. Ого, это довольно длинная змея. Смотри, как она извивается. Ты что, издеваешься? Это же туалетная бумага. Так не пойдет. А что нарисовала ты? Ты как раз вовремя, потому что я только что закончила. Вот. О, боже! На секунду мне даже показалось, что она живая. Ты зарабатываешь 1 балл. Да, мой 1-й балл. Теперь у нас ничья. Ну и ладно. Может, я уже наконец выйду из этого туалета. Слышите? Наконец-то я оттуда вышел. Ладно, мне пора. Эй, Габи, взгляни на мою змею. Почему она не выиграла? Потому что она такая огромная. Хотя мне нравится. Ты заслужила эту победу. Как же ты смогла ее нарисовать? Что ж, давай покажу. Итак, начинать нужно с маленького овала сверху. Затем нужно провести от него волнистую линию вниз. И еще одну рядом. Нужно остановиться раньше и не доводить ее до конца. С другой стороны, нужно нарисовать такую же линию. Так, а теперь сотрем эту линию в середине и обведем контур ручкой.
Это самая простая часть рисунка. Вот так. Теперь нарисуем линии на всех изгибах. Затем еще несколько линий на внутренней части змеи. Не забудьте нарисовать глаза и ноздри. А теперь возьмем карандаш и начнем рисовать тени. Более темные по краям и чуть светлее в середине. О, понятно. Круто, Габи. Просто класс. Дай 5. Какой смешной фильм. Привет, ребята. А я вас искала. Эй, мы же смотрим фильм, мы дошли только до середины. Ну что это за отношения? Ладно, пора рисовать следующую картинку. Я хочу розу. Что-то мне уже надоел этот конкурс рисунков. Кстати, у меня есть отличная идея. Алекс, подожди. Что ж, тогда я начну пока рисовать. Сначала нарисуем красное сердечко. А внутри нарисуем горы. Теперь займемся пространством под сердцем. Это будет сам цветок. А затем нарисуем часть лепестка и добавим зеленые листья. Получается великолепно. Нужно лишь дорисовать стебель. О, какой симпатичный маленький цветочек. Мне нравится. Так, мне нужен цветок. Это срочно. О, конечно, скоро буду. О, здрасте, да, я могу с этим помочь. Отлично, давайте пройдем вон туда. Итак, мне нужен цветок, потому что я должен нарисовать его для одного странного конкурса. Желательно роза. Роза? Посмотрим, возможно, у меня найдется нечто подобное. Есть несколько замечательных яблок. Как же чудесно они пахнут. Нет, яблоки не прокатят, мне реально нужна роза, ну или просто цветок. Там у нас находится новая часть сада. Да, это классная экскурсия, но мне все еще нужен цветок. О боже, это же просто идеальная роза. Да, это так. Отлично, я беру ее. Конечно, но сначала придется заплатить. О, конечно. Слушайте, а не могли бы вы закрыть глаза? Вот так. Okay. Он так и сделал. Вот мой шанс. Пиу. Привет, Габи. О, ничего себе, ты нарисовала такую красивую розу. Ты правда так думаешь? Очень приятно. О, да, почти как настоящая. Великолепные цвета. Но, кажется, она возвращается. Ой, я повернута не в ту сторону. Итак, что у вас получилось? Я нарисовала этот цветок. Надеюсь, тебе понравится. Ой, правда, что ж, очень мило. Ты получаешь за это еще один балл. Правда? Не может быть. Да. А что у тебя, Алекс? У меня есть кое-что получше, чем просто рисунок розы. О, боже. Неужели это для меня? Да, верно. Все именно так. Это тебе. Держи. О, боже мой. Очень приятно. Какой великолепный аромат. Для тебя все самое лучшее. Ты тоже получаешь балл. Да, спасибо. И, эй, может, позвонишь мне? Уф, Алекс, я же сижу прямо здесь. Ой, это зашло слишком далеко. Я пошла. Я не могу поверить, что ты так поступил. Габи, я же это сделал, только чтобы от нее избавиться. Видишь, для тебя у меня тоже есть роза. Ты принес мне розу? О, что ж, тебе повезло, что она так приятно пахнет. Что-то я больше не чувствую аромата моих роз. Что за черт? Он меня просто одурачил. Что ж, видимо, я сам виноват. И тогда я сказала ей, что нужно взять себя в руки. Привет, ребята! Вы бы видели выражение ваших лиц. Но перейдем к делу. Пора провести еще один художественный челлендж. Ловите. И как мы должны были их ловить, они полетели в разные стороны. Итак, начинайте рисовать. Но она ведь даже не сказала, что рисовать. Да неважно. Ай, у этого карандаша сломался грифель. Придется взять другой. Этот тоже сломался. Какие-то неправильные карандаши. Я только что сделала маникюр. Я даже не могу их взять. И что нам с этим делать? О, Алекс, взгляни на эти грифели от карандашей. Кажется, их можно использовать. У меня есть классная идея. Просто перевернем руку и засунем эти грифели под ногти. По одному цвету на каждый ноготь. А это последний. Та-да! Теперь можно попробовать что-нибудь нарисовать. Да, это работает. Я превратил свои пальцы в цветные карандаши. Надо же, как круто получилось. Ногти-карандаши, кто бы мог подумать. Ну вот, моя картинка готова. Дженнис, я... Ой, кажется, я вернулась. Ну ладно, посмотрим, что вам удалось нарисовать, пока меня не было. Что ж, это все, что я смог нарисовать этими несчастными карандашами. Что? Это даже не рисунок, Алекс, это просто три кружочка. А ты, Габи? А я нарисовала маленький парусник в океане. Думаю, это довольно мило. Ты права, это мило. Один балл в твою пользу. Ура, я победила. У меня больше всего баллов. Важно сохранять гидратацию. Я подумываю сменить имидж. Есть идея? Ты меня спрашиваешь?
покрасься в черный. Знаешь, думаю, тебе подойдет блонд. Ага, даже не надейся. Эй, может, уже чем-нибудь займемся? Что? Ой, точно, дайте подумать. О, придумала. Как насчет магии? Божьи коровки такие милые. Лети! Ого, вы только посмотрите, как круто! Я будто принцесса из мультфильма. Ого, спасибо! Так, Минди, а что насчет тебя? У меня есть как раз то, что нужно. Думаю, тебе понравится. Стойте, не так быстро! Прочь! Я серьезно! Устраивайся поудобнее. Что? Что происходит? Так, такого раньше не случалось. Упс. Я разноцветная. Нет, мне это не нравится. Отстань от меня. Обожаю бабочек. Они делают меня такой счастливой. Фу, пронесло. У меня все еще ничего нет. Секундочку. Божья коровка может мне пригодиться. Не бойся. Садись вот сюда. Вот так. Прими позу. Ты меня вдохновила. Сначала нарисуем треугольник. Затем добавим пару линий. Далее вокруг нарисуем круг. Потом голову и усики. И какая божья коровка без пятнышек? Раскрасим пятнышки в черный цвет. Идеально. Теперь возьмем красный. Раскрасим все вокруг пятнышек. Только аккуратно. Какой яркий красный. Внутреннюю часть раскрасим желтый. Вот и все. Моя собственная божья коровка. Выглядит здорово. Что скажете? Мне кажется, круто получилось. Ого, как две капли воды. Минди, у тебя талант. Я поражена. Думаю, мы отлично подружимся. Эшли, ау. А? Что такое? Оу, дайте мне минутку. Нарисуем сердечко, а затем линию, выходящую из него. Это будут крылышки. Всплеск красного и готово. Вуаля! Красиво, правда? Хорошая работа, Эшли. Мне так повезло с ученицами. Мне нравится твоя божья коровка. Искусство бывает всех видов и форм. Главное, чтобы оно вас вдохновляло. Какой ваш лучший лайфхак для творчества? Пишите в комментариях. И не забудьте подписаться на наш канал. Там еще больше классных роликов.